Индра — это царь на Сварга-Локе. Его гуру — Брихаспати. So one time in Sargalok to come guru Brihaspati. Однажды на Сваргалоку пришел гуру Индры Брихаспати. That time all the demigods doing puja for Indra. Тогда все полубоги проводили пуджу Индре. Also that time coming Gurudev. И в это же самое время пришел его Гурудев. Indra looking Gurudev coming. Индра видит, что Гурудев приходит. But also not looking. Но как делает вид, что он на него не смотрит. So Gurudev coming and going. Гурудев пришел и ушел. Yeah. This one opera. Это Апарадха. I'm not clear English, I don't know. Простите, so, Indra after, you know, this is Guru Opera, then Indra come down this material world. Из-за этой Guru Aparadhi Indra пришел в материальный мир, вы знаете. Pit, you know? Он стал свиньей. Yes. So, you know, India looking many pigs. В Индии, если были, видели там столько свиньей, с детьми, с женами. So Brahma looking, where going Indra? И Брахма смотрит, куда же Индра-то подевался? Looking, looking, then come ищет, down. Ищет, ищет, пришел сюда, в материальный мир, смотрит. Looking Indra, making sure, you know, pig. И видит, Индра-то свиньей стал. Taking, you know, who are taking stool, вы знаете, что свиньи едят испражнения, спят в грязи. Then Indra very happy. А Индра при этом был таким счастливым. Brahma looking, oh, Indra making guru aparadha, then Brahma come смотрит, like this. О, Индра, он же guru aparadha совершил, поэтому он стал в таком положении теперь. Then Brahma telling, oh, Indra, you come, you come to Sargalok. Брахма говорит ему, Индра, возвращайся на Сваргалок. Индра say, no, this is my lok. Индра говорит, нет, вот это моя лока. Мне больше не надо. Here many my wives. Посмотри, сколько у меня жен, детей. And very, what is this? Just like making. Они тут в пыли резвятся, из пыли сабджи готовят. So pigs, Indra telling, oh, this is very tasty. Индра говорит, смотри, как это вкусно. Stool, испражнение. Very, so like this in Sargalok? А что я ради этого должен, из-за этого должен теперь уходить на Сваргалок? Не хочу. Yeah. So Brahma telling, no. Amrita, Amrita, very nice. Там же Индра отвечает, что есть на Сваргалоке, вот это вот. Yeah. Брахма говорит, нет, говорит, там амрит, это так вкусно. So Brahma telling, you come with me. Брахма говорит, пойдем со мной. So Indra telling, not, I'm never going. А Индра говорит, нет, ни за что не пойду. So Brahma understand, oh, like this is no come. So Brahma понимает, так, просто так water. Он не пойдет. Он Брахма взял водички в руку. Some water and putting in many wives. На всех жен Индры. Then all die. И все они умерли. Indra telling, again I'm married. Индра говорит, ну ладно, я сейчас еще женюсь. Then again making children. Опять детей наделал. I'm not going Sargalok. Но на Сваргалоку говорит, я не пойду. So Brahma again what doing? Что сделал? Да, опять водички взял, Indra. На Индру брызнул. Yeah. So after good, like Indra, no, now pigs. И он, Индра потерял свое тело свиньи, он стал опять Индрой. Then Indra looking, Тогда смотрит, о, какой кошмар. Фу. Быстро на Сваргалоку. So like this all us. Вот так мы все. Yeah. All I understand, oh, this is a good, very good. Very Мне кажется, good. Вот это хорошо, это так здорово. So guru like this. И гуру приходит. Yeah. Why coming for sadhu, guru, Vaishnava? Почему мы приходим все к саду, гуру, Vaishnava? If really bhajan, если then, мы действительно будем делать bhajan, then going Golok Vrindavan. Мы пойдем на Голока Вриндавану. For Radha Krishna Seva. Ради служения, ради Кришны. Thank you. I'm
not kill the others. Very good. Now Vishnuvara is coming. You know this history? Yes. I know, but no English. Hindi, I can tell you no problem. Он говорит, я больше английского не знаю. Он говорит, на хинди я вам все что угодно рассказал. Где там нагри, который с хинди умеет приводить? Okay, I tell my Guru Maharaj something. Ладно, я сейчас о моем Гуру Махарадж немножко Maharaj, о моем Шикша Гуру немножко расскажу. Okay, I first telling for Maharaj. Maharaj before house. Вначале расскажу о Махарадже. Махараджа называют нашим Гуру. Maharaj also police inspector. Когда он еще жил в доме, он был полицейским инспектором. So one time Parma Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj going to preaching for Bihar. И однажды Парам Гуру Махарадж, Бхакти Прагьяна Кеша Махарадж, поехал проповедовать в Бихар. Yes. And before Maharaj bhajan doing Ramchandra, Sita. До этого наш Гурудев, он делал, он слушал бхаджан Рамачандры, Ситарами. But listening Harikatha for Parama Guru Maharaj, Krishna Katha, then more interest. Когда он послушал Кришна Катху от Парам Гуру Махараджа, он заинтересовался этим гораздо больше. So, Marasimha. You continue. Maharaji, aye. Yeah, bol. Nahi, main Maharaji ke baare mein wohi bol raha tha ki aap nahi aa rahe the na. To Maharaji ke wohi us din main aapko ghatana bataya na. Maharaji jab naukri mein the, to us samay ek jo unka paper tha, vishesh. To nahi hone se chalega nahi. To Maharaji to bahut dhuna hai, pura almari chhan liya. मिला नहीं तो महाराज जी प्रतिज्ञा किया कि कृष्ण नाम का इतना बल है ये है तो मैं जहाँ हाथ रखूं वहीं से ही वो पेपर निकल गया तो ही मैं बोलना चाहता था आप आ गए तो आप थोड़ा बोल दोगे सो वन टाइम गुरुदेव ही वाज अनेबल टू फाइंड वन पेपर इन द कैबिनेट Однажды Гурудев, никто не мог найти один документ в кабинете. He was in the office. Everyone was looking for the paper. Он был в офисе, и все искали этот документ. But Gurudev, he finished his one leg round. Но Гурудев, он завершил свои обязанности. Then he put his hand in the cabinet. Потом он дочитал свой лак, который он всегда читал. И тогда уже зашел в кабинет, положил руку и просто тут же взял этот документ. Then he found that paper right away. Right. So this is the power of the holy name. Такова сила святого имени. Or मेरे को बोला था तुम्हारा क्या ये है तो महाराज जी बोलता था मैं बोलता हरि कथा में तो मन नहीं लगता है फिर भी महाराज जी बोले नहीं हरि कथा सुनना ही पड़ेगा सुनते 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 तो हृदय साफ होगा ऐसा महाराज जी कहते थे हरि नाम करो खूब भजन करो अच्छा नहीं नहीं लगेगा फिर भी करना पड़ेगा करते करते क्योंकि जन्म जन्म से हम दूसरा दूसरा चीज करते आए इसलिए हरि नाम अच्छा नहीं लगता है तो महाराज जी बोले हमारे गुरु महाराज जी बोले एक ही बात बोले नहीं हरि नाम करना ही पड़ेगा भजन करना ही पड़ेगा सो मेनी टाइम्स ही टोल्ड गुरुदेव दैट माय माइंड इज नॉट अट्रैक्टेड टू हरि कथा Then Gurudev should tell, don't worry, you should try to hear Harikatha. Мы часто говорим Гурудеву, у меня ум не привлекается к Харикатхе. А Гурудев отвечает, не проблема, все равно старайся слушать Харикатху. No matter what, you should hear Harikathas and also chant the Харинам. При любых обстоятельствах старайся слушать Харикатху и повторять святое имя. Because gradually, you'll develop the taste. И тогда постепенно у тебя разовьется вкус. सचमुच हरिनाम में आनंद है really there is happiness in हरिनाम на самом деле все счастье в हरिनामे if you chant हरिनाम you'll experience happiness если вы будете повторять हरिनाम вы будете испытывать счастье
इसलिए महाराज जी की कृपा से मैं सब अपना सब भूल करके महाराज जी के पास ही पूरा जीवन दिया. सो देयरफॉर आई फॉरगॉट ऑल माय प्रीवियस अटैचमेंट्स एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद गुरुदेव. Поэтому я позабыл все свои предыдущие привязанности и остаток своей жизни провел с Гурудевом. Махараджи мне то лекар ки апна бхаджан садан, апна причин, Махараджи ка аширвад се мен мат ме раха. So by the mercy of Gurudev, I traveled all over the world with him and I did my bhajan sadhan by the mercy. По милости Гурудева я путешествовал с ним по всему миру и также совершал свой садхану бхаджан. तो इस प्रकार आप लोग भी अपना अपना गुरुदेव वैष्णव हृदय में रख करके आप लोग भी भजन करेंगे. सो इन दिस वे यू शुड आल्सो कीप योर गुरुदेव इन योर हार्ट एंड डू साधन भजन लाइक दिस. Подобным же образом вы все должны постоянно хранить Гурудева в своем сердце и практиковать садхану бхаджан. So there is nothing to worry, just keep on doing sadhana bhajan. Не беспокойтесь ни о чем, ничто не стоит наших беспокойств. Просто продолжайте совершать садхану бхаджан. Гурве Гаурачандрая राधिकाय तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर माय मिलियंस ऑफ ऑब्लेसेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ अस्मदे गुरु पाद पद्म नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद शिष्य भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज. एंड ऑफर ऑब्लेसेंसेस टू ऑल द ट्रिनिटी पाद सन्यासीज हेड बाय भक्तिदांत श्रीधर महाराज कृष्णदास प्रभु एंड ऑल द वैष्णवेज एंड वैष्णवेज हियर गैदर्ड हियर प्लीज एक्सेप्ट माय हंबल ऑब्लेसेंसेस. So it is explained that only by Harinam the living entity can go back home, back to Godhead. Шастрами говорится, что только с помощью Харинама живое существо может прийти обратно в Бога. If you want to develop ruchi in Harinam, you have to sing the Harinama, Krishna Namashtakam of Rupa Goswami. Если вы хотите развить ручи к Харинаме, вы должны петь Кришна Намаштаку Рупа Госвами. By every day reciting Krishna Namashtakam, you will develop very strong attachment for Harinam. Если вы будете каждый день повторять Кришна Намаштаку, вы взорвете очень сильную привязанность к Харинаме. Nikhil Ashwati Mauli Ratnamala. You have that in your songbook? निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांतम अहि मुक्त कूले रूपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि. सो हियर इट इज एक्सप्लेन्ड हियर रूप गोस्वामी इज टेलिंग दैट ओ हरिनाम आई एम टेकिंग कंप्लीट शेल्टर ऑफ यू. बिकॉज there are many many shrutis, means the Vedic hymns, like Upanishads. And there are so many crowns on their head, these shrutis. But they are all worshipping the lotus feet of Harinam Prabhu. So these holy names are sung by even great sages like Shukdev Goswami, Narada and others. Святые имена раскрывают даже такие великие святые, как Нарада Муни и другие. So it is told, Jayanamadeya Munivrindageya Janaranjanaya Paramaksharakrite Tamanadradavimana Gudritam Nikhilo Gratapapatali Vilumpasi. It is told that Bhagavan has manifested in the form of syllables, Krishna, like this. Говорится, что Бхагаван являет себя в форме слогов.
And whether someone respectfully or disrespectfully, no harm, chants Harinam, it will destroy all his sins. И если кто-то повторяет Харинам с уважением или без уважения, все равно Харинам разрушит все его грехи. It is told that Gurudev is telling, Parihaso Pahasadde Vishnu Nama Granandiye Krithartosti Vimanujapi Tepya Namo Namaha. In Hari Bhakti Vilas it is told that even those who jokingly say Vishnu, 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 Krishna, 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 I offer Dandavat Pranams to them. Suppose unknowingly or unknowingly you have some, you know, like incense stick. Предположим, у вас есть палочка благовония. Знаете вы об этом или не знаете? Suppose Pujari is doing archan. Вот Pujari проводит archanu. And then he has taken the incense stick, burning incense stick. И он берет эту горящую палочку. And he throws out of the window. И выбрасывает в окошко. And there is a huge amount of cotton outside. А там большая куча хлопка. Immediately the whole cotton will catch fire. Тут же весь хлопок загорится. He didn't know that he is putting cotton to fire. He is unknowingly has thrown out. Пуджари не знал, что он поджег весь хлопок. Он просто выкинул палочку горящую в окошко и все. So like that, if you just utter Hari by your tongue, Gurudev is telling that all your sins are burnt to ashes. It is the power of the Harinam, you cannot help it. it was not very quality Harinam. Это не ваше качество, это все Харинам. You simply uttered Hari. Вы просто произносите Хари. Whether your attention is there or not. Внимание, внимательно или невнимательно. It will have the effect. Все равно будет эффект. So therefore, Шрила Гурудев is telling, Яда Бхасо Прадьян Каврита Бхава Дхванте Вибхава. Drusham tattvam dhanam vidishati bhakti pranayinim janastasyo datta jagati bhagavan nama tarani kurtim te nirvaktum kaha mahimanam prabhavati. That, okay, I am doing namavas, I know that. But is it only burning my sins? Ладно, я совершаю намавас, я это знаю, но только ли это сжигает мои грехи? Oh, I'm not doing Shuddhanam, I'm only doing Namabhas. Okay, Namabhas will only burn my sins. Gurudev says no. This Namabhas will also manifest bhakti in the heart. Because this Namabhas is so powerful. It will manifest the transcendental knowledge in the heart. Что он проявит трансцендентное знание в сердце. All the darkness will be destroyed. Вся тьма будет разрушена. And it will give you transcendental vision. И намавас даст тебе трансцендентное видение. And also give you Hari Bhakti. И также наделит тебя Hari Bhakti. So those who say that don't chant more than 16 rounds are big offenders. Поэтому те, кто говорят, не повторять больше 16 кругов, великие оскорбители. And they are not following Gurudev, not following Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, not following anyone. Они не следуют Гурудеву, не следуют Бхакти Сиддханте Сарасвати Прабхупаду, они вообще никому не следуют. Now Gurudev is telling that Yad Brahma Sakshat Krita Nishthayapi Vinasha Mayati Vinana Bhogai Apaiti nama spuranena tatte prarabdha karmeti virauti veda. That if you chant Harinam with nishtha, with great faith. Дальше Гурудев говорит, если ты повторяешь Харинаму с ништхой, с великой верой, then your prarabdha karma will be destroyed. То prarabdha karma будет разрушаться. You are supposed to undergo an accident. That если, accident will not take place. Если, например, тебе на роду написано пройти через несчастный случай, то этот несчастный случай просто не произойдет. The mother and father who want good children will get good children. Otherwise, their children will be born will be demons and they'll beat the mother and father.
и мама, и папа, желающие хороших детей, в таком случае получат хороших детей. А в противном случае у них бы дети родились демонами и убили бы маму и папу. The girls who want a good husband, who don't chant 64 rounds, will get a drunkard husband who will beat them every day. А девушка, которая хочет хорошего мужа, но при этом не повторяет 64 трудов, получит мужа пьяницу, который каждый день будет ее избивать. But a girl who chants 64 rounds will get a good devotee husband. Но девушка, которая повторяет 64 круга, получит хорошего мужа преданного. Because if she is not chanting 64 rounds, prarabdha karma will come in effect. Потому что если она будет повторять 64 круга, то вся ее прарабдха карма не произойдет просто. So prarabdha karma is very difficult to get rid of. Обычно очень сложно избавиться от прарабдха кармы. But those who chant Harinam, even if they need a heart surgery, there will be no need of heart surgery if they chant 64 rounds. Many time experience is there that a person was told that he should have a heart surgery, and then after chanting 64 rounds, there was no need of surgery. No. Если, например, даже у людей будут великие проблемы со здоровьем, например, кому-то нужно вот уже ложиться на операцию на сердце. Если он будет начать повторять 64 круга, нужда в операции на сердце отпадет. И это уже много было подобных случаев. So it has been, then Rupa Goswami is telling that my devotion to the Harinam should increase 2 times in the daytime and night time 4 times. И дальше говорится, что моя преданность к Харинаме должна за день увеличиваться в 2 раза, а за ночь в 4. But is there only one Harinam or many Harinam? Но существует только один Харинам или много? Rupa Goswami is telling there are many, many Harinam. Rupa Goswami говорит, что есть очень много Харинам. Агадамана Яшода Нандано Нанда Суно Камаланаяна Гопи Чандра Вриндаванендра Прадакарана Кришна Витянека Сварупе Ваймамарати Учайрвардатам Намадея. Rupa Goswami is telling that Харинам has many, many forms. Rupa Goswami говорит, что у Харинам очень много образов. He is Агадамана. Aga means sins. Aga означает грехи. So all the sins are destroyed when you chant Harinam. Поэтому, когда ты повторяешь Харинам, все грехи разрушаются. Кришнети Джаган Мангалам Нама, Ясси Вачи Правардате, Басми Бабанди Раджендра, Махапатака Котая. If you chant even once Krishna, then it destroys billions and billions of sins. Если ты даже один раз произнесешь Кришну, ты разрушишь миллиарды своих грехов. Ка парета нагри пурандара, ка бхавета тадья кинкара, Кришнама джагадека мангалам, кантхапитам урарри каруты чет. Oh, what will Yamaraj do to that person? And what Yamaraj will do, or Yamadutas will do, if he's chanting Кришнанам? Что сможет сделать Yamaraj и все его Yamaduты тому, кто повторяет Харинам? There is no happiness in the heaven, there is no happiness in yoga, there is no happiness in liberation, only happiness in Кришнанам. Нет счастья ни в раю, ни в йоге, нигде. И все счастье только в Харинам. Сваргартхия вивасита саудина яттева локан мокша апекша джанети джанам кевалам клеша бхаджам йога абхьяса парамавирасай тадруши ким праясай сарвам тяктва мамато расана Кришна Кришнети рауту. О, my mind, just chant Hare Krishna all the time. There is no happiness in liberation. Все время повторяй Харе Кришну, нет никакого счастья в освобождении. Krishna is very merciful. Кришна очень милостив. But Krishnanam is even more merciful. Но Кришнанама еще милостивее. Rupa Goswami says, Vacham vachakam itti deti bhavato nama swarupodvayam purvasmat parame vahanta karunam tatrapi janimahe yastasmin vihatapanadinuva prani samantadvave dasene dhupasyopi sadanandam budau majjati. That when you chant Krishnanam, then Krishna is controlled. Когда ты повторяешь Кришнанаму, Кришна находится в твоей власти. If you chant 1 lakh every day, then Mahaprabhu will always be by your side. Если ты будешь повторять каждый день лакх, то Махапрабху всегда будет рядом с тобой. Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada has said that bhakti means to chant Harinam. Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada сказал, что bhakti означает повторять Харинам. Those who don't chant 1 lakh Harinam every day, Bhagavan will not accept any object given by them. И Бхагаван не примет ничего, что предлагают ему те, кто не повторяет каждый день лакх.
So, if you want to stay away from offenses and continuously chant Harinam, then all your offenses will go away. Если вы хотите держаться подальше от оскорблений и постоянно повторять Харинам, в этом случае все ваши оскорбления уйдут. And then pure Harinam will come on your tongue. И тогда чистый Харинам придет к вам на язык. Yes. But when you chant Harinam and you make progress, then immediately Indra becomes very unhappy. Но когда вы повторяете Харинаму и начинаете немножко прогрессировать, Indra тут же становится очень несчастен. Then Indra immediately will call Kamadeva, Cupid. Come. Он тут же начинает звать Камадева, Купидона. And then go with 5 arrows of flowers and hit them. И отсылает его с цветочными стрелами, чтобы поразить таких людей. So then they become agitated by lust. И тогда вожделение начинает мешать им. And whatever progress they have made in millions and millions of lifetimes, even if they have come to the stage of bhav, one time union with opposite sex, all progress is finished in a moment. И весь тот прогресс, которого они могли достичь за миллионы жизней, даже если они при этом дошли до стадии бхавы, если они только раз соединились с противоположным полом, весь этот прогресс закончится. So therefore, husband and wife, unless they need a baby, should sleep separately. Поэтому муж и жена, если только им не нужен ребенок, должны спать отдельно. And they should chant 64 rounds. И повторять 64 круга каждый день. There is the body is made of semen. The semen is the power in the body. В теле силу дает семя. Those who don't have semen in their body, they lose the semen, then they become very old. They have joint pain, arthritis, diabetes, blood pressure, cholesterol, hair becoming gray, cannot see by eyes, cannot hear by eyes, walking bent, all problems come because there is no semen in the body. И если кто-то теряет семя постоянно, то тогда у него нет силы в теле, и зрение начинает ухудшаться, в суставах боль, спина сгибается, волосы седеют и так далее. Всевозможные проблемы со здоровьем. 40 days of food intake. If you eat for food for 40 days, that much energy is wasted one time associating with opposite sex. Всю энергию, которую вы получаете с пищей за 40 дней, вы теряете только один лишь раз, соединившись с противоположным полом. And after the age of 40 or 50, there is no semen production in the body. No new semen is produced. So therefore, one should chant Harinam following Brahmacharya, even if you are a householder. But if you want babies, no problem. You chant 64 rounds and whatever you want, very good baby will come. If you want a son, you'll get a son. If you want a daughter, you'll get a daughter. But you must chant 64 rounds, then only very good baby will come. Но если вы хотите ребенка, не проблема, повторяйте 64 круга. И если вы будете повторять 64 круга, то кого бы вы не хотели, если сын или дочь, придет очень хороший ребенок. Person who's very weak, who has lost all the semen, is just like a vegetable or a blade of. He's just like a stack of hay. He will be lying in the corner, no one will look at him, and he cannot chant anything. Если кто-то потерял все семя, такой человек очень слаб. Он просто лежит в углу, как картошка, никто на него не смотрит, и он абсолютно бесполезен, даже святые имена повторять не может. Then Rupa Goswami is telling that by chanting Harinam, even the offenses which are committed to Bhagavan are also removed. И Рупа Госвами говорит, что если ты повторяешь Харинам, даже те оскорбления, которые ты совершил по отношению к Бхагавану, тоже уходят. So, it is also told that Sudhitarthi Janarthi Rashe Ramya Chidgana Sukha Swarupani Nam Gokula Mahotsavayate Krishna Purana Vapushe Namaha, that there are 32 types of seva aparadha. Существует 32 типа seva aparadha. Like wearing passing stool and going with the same clothes, worshipping the deity. Например, сходить в туалет по большому в той же самой одежде и идти поклоняться божествам.
and touching a dead body and worshipping the deity and all those things. But if you chant Hari Nam, then those offenses are also destroyed. 32 types of service offenses. Но если ты повторяешь Хари Нам, то эти 32 типа сева апарадх тоже уходят от тебя. But then Rupa Goswami is telling that how will the 10 offenses against the holy name, like criticizing Vaishnavas and all the serious offenses, how they will go away? Но затем Рупа Госвами спрашивает, а как же будут уходить 10 серьезных оскорблений святого имени, такие как критика Вайшнава? Rupa Goswami is telling that they will also go by Naam only. Rupa Goswami говорит, они тоже уйдут только благодаря силе святого имени. In Hari Bhakti Vilas it is told that Jate nama parade tu pramade na katanchana sadakirtayan nama tadeka sharano bhavet nama parade yuktanam nama nevarantagam avishranta prayuktani tan nevartakaran yat aparadi muktohi nam niyatnam samacharet. If somehow knowingly or unknowingly you commit a nama parad. Hari Bhakti Vilas также сказано, если ты сознательно или несознательно совершаешь нама парад, then you must take shelter of the Harinam, continuously chant Harinam 24 hours a day. Ты обязан принять прибежище у Харинама и постоянно круглые сутки напролет повторять святое имя. Then you will become completely free from all the offenses. Тогда ты полностью освободишься от всех оскорблений. Okay. We heard now very wonderful song by Bhaktivinoda Thakur. This song describes the Mukhya Nam of Krishna, Mukhya Nam. Krishna has two types of names. One is Mukhya Nam, one is Gauna Nam. Gauna Nam, it does not have as much potency as Mukhya Nam. Mukhya Nam are like Ram, Varaha, Kurma, Matsya, Narsingha, Vaman, these are all Mukhya Nam. While Brahma, Paramatma, Jagatkarta, Jagatpati, these are all Gauna Nam. Yes. So, but among all the names of Krishna, the most important name is Krishna. Но среди всех имен Кришны самое важное – Кришна. Шрила Гурудев is quoting from Hari Bhakti Vilas. Шрила Гурудев says, «Намнам мукхятамам нама Кришнакхямме парамтапа». Шрила Гурудева, цитируя Хари Бхакти Вилас, говорит. One time, Парвати asked Lord Shiva that who is the best among all demigods. Однажды Парвати спросила Шиву, кто же лучший среди всех полубогов. Shiva said that Vishnu is the best, but he is not a demigod, he is Bhagavan. Тот ответил, Вишну лучше всех, но он не полубог, он Бхагаван. And Lord Shiva told that Vishnur ekaka namakam sarvavedadikam matam. He told that aradhananam sarvesham Vishnur aradhanam param tasmat paratam devi tadhyanam samarchanam. That best personality to worship is Vishnu. Shiva сказал, что лучший для поклонения это Вишну. Parvati asked how to worship him. Then Shiva told that you chant the name of Vishnu, that is the worship of Vishnu. Parvati спросила, как же ему поклоняться? На что Шива ответил, повторяя его имя, это и есть лучший способ поклонения. So then Shiva told that Vishnu ekaka namakam sarvavedadikam matam. That recitation of the name of Vishnu is superior to reciting four Vedas. Дальше Шива продолжил, что повторение имени Вишну лучше, чем повторение четырех вед. Lord Shiva told, Chaturnam Vedanam Ridamidam Akrasharina Chaturvyad Varane Sputamagati Narayana Padam Tadidad Gayanto Vaimanisham Atmana Maduna Punimo Jani Man Hari Paritoshaya Kimapi. There are four Vedas, Rug Ved, Sam Ved, Yajur Ved and Atharva Ved. The essence of these four Vedas is stored in the four syllables, Narayana. If you chant Narayan, 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 Lord becomes very pleased. И Шива сказал, что существует четыре веды, и вся суть этих четырех вед заложена в четырех слогах имени Нараяна. Если ты произносишь имя Нараяна, то Господь очень счастлив. Then Parvati became very happy. Oh, I will chant the names of Vishnu all day long.
Парвати очень возрадовалась и объявила, что с этого дня она будет целыми днями повторять имена Вишну. She began to chant Vishnu, Vishnu, Vishnu. Она начала повторять Вишну, Вишну, Вишну. And also Vishnu Sahasranam from Mahabharata. И также Вишну Сахасранам из Махабхараты. Suvarna varna hemango varanga chandanangadi sanyasakrus shamo shanto nishta shanti parayana. Like this names of Vishnu she began to sing. Вот таким образом она начала воспевать имя Вишну. But Shiva told, oh, that is a shortcut. Why is such a long cut? Но потом ей сказали, ну ведь есть же короткий путь. Зачем идти таким длинным путем? Instead of chanting 1000 names of Vishnu, just chant one name of Ram. This is the same. Вместо того, чтобы повторять тысячи имен Вишну, просто произнеси одно имя Рамы, и это одно и то же. Рама, Раме, Ти, Раме, Ти, Раме, Раме, Мано, Раме, Сахасранама, Даттульям, Рама, Нама, Варанане. О, beautiful face, Парвати. 1000 names of Вишну equal to just one name of Рам. О, прекрасная ликая Парвати. Тысяча имен Вишну равна одному имени Рамы. When you say Ra, Ra, mouth will open. And when you say Ma, mouth will close. When you say Ra, all the sins will come out. And when you say Ma, sins cannot come back in. Когда ты произносишь Ра, то рот у тебя открыт, и все грехи у тебя выходят. А когда ты произносишь Ма, ты закрываешь рот, и они больше не могут войти. Ра шабдочарнат деви бахир нирьянти патакаха пунаха правешакале ту макарашчакапатават. Oh, when you say Ra, sins come out. When you say Ma, gate closed, sins cannot go back in. You become free from sins. И таким образом ты освобождаешься от грехов. Парвати said, now I'm going to chant only Ram, 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 Ram. Парвати решила, теперь я буду повторять только Рам, Рам, Рам. Then Shiva told, even more shortcut is available. Но Шива ответил, есть еще более короткий путь. Сахасранам пуньянам тривриттяту ятфалам экавриттяту кришнасья фалам намекам тат праячхати. 3000 names of Vishnu or 3 names of Ram equal to just one name of Krishna. 3000 имен Вишну или 3 имени Рамы равны одному лишь имени Кришны. So therefore Parvati began to chant Krishna, 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 Krishna. Поэтому Парвати начала повторять Кришна, Кришна, Кришна. It's like Mahaprabhu was chanting. Так же, как повторял Махапрабху. Krishna 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 Kirtanam Rama Rama Gana Ramya Divya Chanda Nartanam Yatra Tatra Krishna Nama Dana Loka Nistaram Prema Dama Deva Meva Naumi Gaura Sundaram. Mahaprabhu was chanting Krishna 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 and saying Ram Ram, he was dancing ecstatically. Mahaprabhu пел Krishna 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 Krishna, принося Ram Ram, он танцевал в экстазе. Mahaprabhu appeared with Panchatattva to give Krishna Nam. Mahaprabhu пришел с Панчататвой, чтобы даровать Кришну Нам. Дева Сидда Нитья Мукта Бхакта Вринда Вандитам Папатападавадаха Дагда Дукха Кандитам Krishna Nama Sidhu Dhamma Dhanya Dana Sagaram Prema Dhamma Deva Meva Naumi Gaura Sundaram. See, Gaura Sundar appeared in this world to deliver the whole world by Krishna Nama. Shri Gaura Sundar появился в этом мире, чтобы спасти весь мир повторением имени Кришны. So Parvati began to chant Krishna, Krishna, Krishna. Parvati начала повторять Krishna, Krishna, Krishna. Then Shiva told Parvati, you know what? Actually, one time, Lord Krishna himself told the moon god that Mama Nama Shatayneva Radha Nama Samam Svartam Yasmaranti Sada Radha Na Jane Tasya Kim Palam. И Кришна сказал Парвати, а знаешь что? Однажды сам Господь Кришна сказал Богу Луны that 1000 names of me are equal to one name of Radha. Что тысячи моих имен равна лишь одному имени Радхи. Then Parvati became very happy. Тогда Парвати очень обрадовалась. Раде, 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 джай, 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 си, раде. И она начала петь. Раде, 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 джай, джай, си, раде. Oh, then Lord Shiva told that, you know, if you chant the name of Radha, Krishna becomes very happy. But if you chant the name of Krishna, Radha becomes very happy. But if you want to make both of them happy, then you have to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Знаешь, если ты будешь повторять имена Радхи,
то Кришна будет очень счастлив. Если ты будешь повторять имена Кришны, очень счастливо станет Радха. Но если ты хочешь, чтобы оба они были счастливы, повторяй Махамантру. So in this way, one time there was one great Babaji. His name was Krishnadas Babaji Maharaj. He would every day keep on chanting 2 lakhs, 3 lakhs, God knows how much. He was the disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And if you would get some pranami, then he will buy some stickers of Hare Krishna mantra and you have to put behind the car or auto or rickshaw like that. One time he became very sick. He was about to leave his body. But there was one great sannyasi, Bhakti Hriday Bandh Maharaj. Bandh Maharaj became very concerned. Babaji Maharaj will be able to remember Harinam when he is leaving the world or not? Whether he will be able to chant Hare Krishna or he has forgotten Hare Krishna mantra? So then Bandh Maharaj sent a servant of his and he said, ask Babaji Maharaj, where has Hare Krishna mantra come from? Then the servant went to Babaji Maharaj. Babaji Maharaj, Babaji Maharaj, are you awake? Are you unconscious? Tell me where the Hare Krishna mantra has come from. Then Babaji Maharaj told that it has come from the Veena of Narad Muni. So then Bhakti Hriday Bandh Maharaj, the servant came back to Bhakti Hriday Bandh Maharaj that Babaji Maharaj is telling that the Hare Krishna mantra has come from the Veena of Narad Muni. So then Bhakti Hriday Bandh Maharaj said, Hari Bol, he is fully conscious. That's what Rupa Goswami is telling. Narada Veena Jeevana Sudhormi Niryasa Madhuri Pura Tam Krishna Maspurame Rasane Rasena Sada. That, oh Harinam, you have come from the Veena of Narad Muni. May you manifest on my tongue with all sweetness, all the time, 24 hours a day. Потому что именно об этом говорит Шрила Рупа Госвами. О, Харинам, ты пришла на видне Нарада Муни. И, пожалуйста, появись на моем языке. И пусть же у меня будет много языков, чтобы ты танцевала на всех. So, there is one song, actually, if you sing that every day, it will help you. E Mana Harinama Karasar. Есть одна песня, которая, если вы будете петь ее каждый день, будет очень вам помогать. Emana Harinama Karasa. You don't have? No, we have. Emana Harinama Karasa. Can sing this one? Sing, no? We don't know how to sing it. We never sing it. You read the translation this one. Loudly. О, сосредоточься на святом имени. Однажды океан наслаждений превратится в пустыню, которую тебе придется пересечь без чьей-либо помощи. В шастрах неоднократно говорится, что исполнение религиозных обрядов, деятельность ради плодов, повторение различных мантр, аскезы, дхьяна, ашанга-йога, жертвоприношения и медитация не способны привести к заветной цели. Ведь Кали высшее благо дарует только имя Говинды. О, не привязывайся к наслаждению чувств или освобождению в безличном романе. Пойми,
Это лишь облака, на время сокрывшие небо Бхакти. Ненадежные, как тень, они не являются нашей желанной целью. Это огромная удача родиться человеком в Паратхабуме. Неизвестно, будет ли у меня еще такая возможность. Пусть же мои уста повторяют «Хари, Хари». О, во всех Пуранах утверждается несравненная слава святого имени. Привязанность к нему дарует прему, благодаря которой можно достичь Шихари. О, постоянно слушай святое имя и повторяй его. Хватит пустословить. Не трать понапрасну человеческую жизнь и добейся успеха. Так говорит Прамананда Дас. So here, Premananda Prabhu is telling that make Harinam your very life. Здесь Премананда Прабху говорит, путь же Харинама будет самой вашей жизнью. Lord Shiva told Parvati that Sadara Sumirana Jonara Karahi Gopadaiva Bhavavaridi Tarahi, that if someone will chant Hare Krishna Mahamantra by the tongue and will hear by his two ears carefully, if he will chant sweetly and listen by his ears, then he will cross the repeated ocean of birth and death as if it is the water in the hoofprint of a calf. Шива сказал Парвати, что если кто-то будет сладостно воспевать имя Хари и очень внимательно слушать его, то тогда он сможет пересечь безграничный океан рождений и смертей так, как если бы это была лужица в отпечатке копыта теленка. Санатан Госвами Пад says that Jayati Jayati Namananda Rupam Murarer Viramatanya Dharma Dhyana Pujadi Yatnam Katamavi Sakurdattam Muktitam Praninam Yat Paramamrutam Ekam Jeevanam Bhushanam Me. That if you are chanting Harinam, there is no need of fire sacrifice or meditation, yoga and all those things. Sanatana Goswami Pad говорит, если вы повторяете Харинам, то нет нужды ни в огненных жертвоприношениях, ни в йоге, ни в медитации, ни в чем другом. In Satyuga, meditation could work very nicely. Satyuga, meditation очень хорошо работала. Because people had a long lifespan, 100,000 years. Потому что люди жили по 100 тысяч лет. But in Kali Yuga, only lifespan 50 years, 60 years, 30 years, 20 years, 10 years, 1 year, God knows how much. Но в Kali Yuga люди живут 50, 60, 30, 20, 10 год. Бог знает, сколько они вообще живут. So it is told, Kalair Dosha Nidhe Rajan Isteko Mahanguna Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Param Rajet. In Kali Yuga, if someone chants 64 rounds, even 5 years, he will have darshan of Krishna. Kali Yuga, если кто-то повторяет 64 круга, даже 5 лет, он без сомнения обретет даршан Кришна. Dhruva Maharaj had darshan in 6 months. Khatvanga, he went back home back to Godhead in 12 minutes. There was actually one great king, Khatvanga. He was fighting on the side of the demigods against the demons. He kept on fighting with the demons. Long time passed while fighting with the demons. Then when the war was finished, demigods won the war because Khatvanga fought very valiantly. Then Khatvanga asked Indra, "Oh, I fought for a long time, but how much life is left for me? How long I am going to live?" Khatvanga спросил Индру, я так долго сражался, но сколько же мне жить осталось? Oh, you are going to live only 24 minutes. Тебе жить осталось всего 24 минуты. Then he said, oh, I don't want to be in the heaven 24 minutes. Because in heaven, some apsara will come, then I will think of that apsara and then become apsara in next lifetime. Because yam yam vapi smaran bhavam tajatyante kalevaram tam tam evati kaunteya sadatat bhava bhavita. Whatever you think at the time of death, you will get a body like that. И царь ответил, тогда я не хочу находиться в раю эти 24 минуты, потому что
про нее обязательно пройдет какая-нибудь апсара, он будет привлечен в момент смерти, я буду думать об апсаре. В следующей жизни я стану апсарой в таком случае, потому что сказано же в Писании, что ты становишься тем, о ком ты думаешь в момент смерти. Then he told, let me go to the earth. Earth means Bharatvarsha, India. И он сказал, я пойду на землю, Bharatvarsha, Индию. The whole world was Bharatvarsha. Раньше весь мир был Bharatvarsha. Even Moscow was actually Bharatvarsha. Москва тоже называлась Bharatvarsha. The word Russia comes from the word Rishi, great sages. Many sages used to live in Russia. И слово Россия произошло от слова Риши, потому что раньше, или Руши, как они произносят на юге, потому что раньше очень многие мудрецы жили в России. But why they were staying in Russia? Почему же они жили в России? To get moksha. Чтобы получить мокшу. Liberation. Освобождение. So the word moksha gave the rise to the word Moscow. И из слова мокша произошло слово Москва. So, Khatvanga Maharaj, he came to India again from heaven. Even Brahma, Chandra, Surya, Shiva, Ganesh, Kartikeya, Durga, they all are standing in a line to take birth in India. Даже Брама, Сурья, Ганеш, Чандра, другие полубоги, такие как Картикея, все стояли в очереди, чтобы только получить возможность родиться в Индии. Therefore, Mahaprabhu has said, Bharat Bhumi Te Haila Manasya Janmajar, Janmasardhakari Parupakar. You have taken birth in the land of India or on the earth planet. Then you give others Hare Krishna Mahamantra and you chant Hare Krishna Mahamantra. Make your life successful, make others' life successful. Поэтому Махапрабху говорил, если уж вам повезло родиться в Индии или на планете Земля, то сами повторяйте Хари Кришну Махамантру и давайте ее каждому встречному, чтобы сделать свою жизнь успешной и также успешной жизнью всех других людей. So Khatvanga came to India and 12 minutes it took from coming from heaven to the earth. Для того, чтобы прийти из рая на землю, Khatvanga понадобилось 12 минут. Then only 12 minutes were left. Поэтому ему осталось жить всего 12 минут. He chanted Hare Krishna Mahamantra by his tongue and he listened carefully by his ears. И он повторял громко, произносил четко Hare Krishna Mahamantra и очень внимательно слушал. Immediately he went back to spiritual world. Тут же он вернулся в духовный мир. So those who chant by the tongue but don't listen carefully by their ears, then effect will not come. И если кто-то языком повторяет, но не слушает внимательно, эффекта не будет. So therefore Rupa Goswami is telling, Namani te sukritinam tanvanti tundatsavam, Dhamani pratayanti hantajaradas, Shamani netranjanam, Samani shati shashkulim maralikam jatan nalankurvate, Kamani vrta chetasami vubho nashabinashovate. O Lord, only those who are very pious personalities, Harinam will dance on their tongue. Поэтому Рупа Госвами говорит, «О Господь, Харинама будет танцевать на языке только очень благочестивых личностей». Окей. Витай Гор Премананде. Харибо. One question. Yes, sir. Maharaj, come. Окей. Do we need other knowledge except knowledge how to chant holy name? Tell him that Rupa Goswami is telling that sambandha gyan is required. Without sambandha gyan, you cannot chant Shuddha Naam. And that will be given by Diksha, by Guru Dev at the time of Diksha. Для того, чтобы, кроме знания, как повторять Святое Имя, нужно еще знание,
О самбанда гьяни, которую дает дикши во время мантры посвящения. Если мы не знаем о том, какое мое место в этом мире, кто я, как я отличаюсь от других и какие мои взаимоотношения с Господом, это повторение святого имени не будет давать то, что оно может давать. То есть это будет пустые, да? Нет, это не будет пусто, это увеличится сукрити, благочестие человека, но не прямо. Дикша, without дикша, some persons, they told Gurudev, that Haridas Thakur was chanting 3 lakh, so only Harinam delivered him, there is no need of Diksha. Then Gurudev told that Harinam is like rice and Diksha mantras are like fire. If Diksha mantras are not there, the rice will not be cooked. So therefore, Diksha is necessary. Without Diksha, if you chant Harinam, it is without Sambandha Gyan. It may give you Vaikuntha but not Golok Vrindavan. In order to go to Golok Vrindavan, you must get Diksha and understand the meanings of the Diksha mantras. Chant Diksha Mantra 3 times and also chant Harinam, then you are guaranteed to go back home, back to God. Golok Vrindavan. Rice is like what? Rice is like... Harinam is like rice and Diksha Mantra is like fire. Святое имя подобно рису, а Диксха Мантры подобно огню. Без огня рис не сварить. Если человек будет повторять Святое имя без Дикши, то он может стать благочестивым человеком, может даже попасть на Вайкунху, но он не сможет обрести према Враджа, према попасть на Голоку Вриндавану. Очень важно повторять Дикша Мантру 3 раза в день, и тогда этот результат будет гарантирован. То есть нужен гуру и один лак? Нужен гуру, нужен Дикша Мантры, нужно следование наставлениям гуру, то, чтобы выполнять то, что, все, что гуру просит. But if you are hearing Bhagavad Katha and if you are only hearing it but not meditating upon it after you are when you are chanting, then that will not be effective. There has to be, just like a cow will eat grass, you know, quickly she will eat grass, but then she will go outside, sit down and will chew the cud. She will take out that from the belly and then chew it, again pass to another intestine. She has 4 intestines. So that is called chewing the cud. So like that, you have to ponder on the Harikatha. Because when you are chanting Harinam, try to remember all the Katha you heard in Bhagavatam. Then your Harinam will be very effective. You are chanting sweetly by your tongue, listening carefully by your ears, mind is meditating on the Harikatha you heard today, or yesterday, or day before, and then it will be very perfect Harinam. Очень важно повторять Святое Имя, медитируя на то, что услышали в Харикатхе, то, что услышали от Вайшнава. Иначе это будет подобно тому, как корова жует траву, просто пережевывая с одной стороны на другую, в один желудочек, из одного в другой. Очень важна медитация, тогда это будет эффективное, самое эффективное, точнее, самое эффективное повторение Хари Кришна Мантры. For our children, do they need higher education? Or maybe just enough to go to send them to school and then only just to engage them in devotional life? Do we need to give our children high education? Yes, because it is necessary, because it is necessary. Because these days a preacher is respected if he is educated. So if you want your sons and daughters to be preachers, then they must have some education background. Otherwise, no one will listen to their preaching. Although Gaur Krishna's Babaji Maharaj was illiterate, everybody was chanting 3 lakh every day. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada also accepted him as a guru. But generally speaking, we have a gurukul in Bangalore. We make sure that children study there. 10th standard, even degree, college, like that. We are educating them in both. Because
the secular education helps them to be good preachers. Then people will take them seriously. Otherwise, they will not take them seriously. Даже когда он будет проповедником, к нему люди будут больше прислушиваться, потому что людям больше доверяют, когда они образованы, когда у них есть высшее образование. У нас в Гурукуле, в Бангалоре, там дети помимо вайшнавского образования получают еще и среднее и специальное, как для других людей. А мнение Шридхара Махараджа в том, что для того, чтобы совершать бхакти, вот, так как мы живем в обществе, где живут материалисты и вегетарианцы, очень важно, чтобы мы были от них независимы. Только в этом случае можно совершать преданное служение, чтобы у вас была отдельная кухня, отдельные финансы, отдельные поездки, чтобы вы не зависели от материалистов. А для того, чтобы вы не зависели от материалистов, у вас должна быть профессия. И не просто какая-то профессия с каким-нибудь редким заработком, а у всех, чтобы была достойная, хорошая, постоянный заработок. И в этом случае только возможно и самому совершать бхакти, и другим помогать, и в проповеднических программах, проектах помогать, и в Индию ездить. На чем наша бхакти западного мира и строится. Есть какие-то, может быть, намеки, чтобы дети могли нас туда поехать? Я знаю много мамочек, которые бы хотели туда поехать с ними. What kind of facilities are available in Bangalore, in our Gurukul for Western children? Is it possible that some other our children will go there to study? We are aiming for that. Now we are constructing the building where children can stay. Mm-hmm. Right now the accommodation not so good. So we are constructing a 3-story building, and then we'll have our own school. Then it will be even better for the children. So. Он говорит, сейчас они работают над этим. То есть сейчас дети живут, там есть западные дети, но у них нет таких пока возможностей, как дети уже привыкли здесь жить. Там они в более простых условиях живут. То есть сейчас они строят здание трехэтажное специально для этого, для детей, чтобы принять больше детей. Школа будет. Сейчас пока есть учителя, и дети вынуждены ездить в город, там они получают образование. Это планируется сделать. И западные дети смогут там учение будет на английском? Да, да. Там государственный язык в основном английский. Там дети будут учать и английский, и хинди, и другие, насколько, санскрит, другие языки. Можно вопрос про имя? Говорите, что повторение святого имени мантра Хари Кришна хорошо при этом медитировать на катхоле. А если одновременно катхо слушать и повторять святое имя, хорошо ли это? Катхо записи или катхо от вайшнава? Какое имеете в виду? Конечно, от вайшнава. Mm-hmm. You said that in our meditation we need to remember what we heard from Vaishnavas Harikatha. So what about to listen Harikatha and that time we can chant on our mala? So I ask, is it recordings or directly from Vaishnava? She said in both cases. Well, actually chanting can go on all the time. Mahaprabhu told that chanting should not be stopped any time. Khayate shute athatha namale. The name should always be chanted. You understand? But if very high class Vaishnava is speaking, like our own Gurudev, then it was advised don't chant. You know. Mm-hmm. But sometimes I have seen Gurudev that when other Vaishnavas used to speak, Sridhar Maharaj, Madhav Maharaj, Tirtha Maharaj, Band Maharaj used to keep on chanting on his beats. Gurudev was always chanting. If they know the topic. If they know the topic, probably. Yeah, he would chant. I also have seen that he used to chant when other Vaishnavas are speaking. But when Gurudev would start speaking, he would take his mala, keep it at side, and he would hear attentively. So, but anyways, chanting must go on 24 hours a day. You know. There's no. Mahaprabhu never told that just because you're hearing on a tape, you stop chanting.
Because the whole goal of that Harikatha is to get you chanting. And despite hearing that you don't chant means the Kalikatha is failed. Understand? Maharaj говорит, что Махапрабху сказал нам о непрерывном повторении святого имени. То есть не будет ошибка, если вы будете всегда повторять святое имя. Но когда говорят старшие вайшнавы, когда говорит ваш собственный гуру, то лучше всего нужно слушать от него в этот момент, а не читать на четках. Он говорит, вот когда Шрила Гурудев, когда вайшнавы выступают, вот у нас с Гурудевом был, вайшнавы другие говорят, кто-то из вайшнавов говорит, и остальные могут читать на четках. То есть я просто вставила туда свою собору, это когда тему они знают хорошо, просто они сами хорошо эту тему знают, тогда они могут себе позволить читать на четках. А если, говорит, кто-то из возвышенных вайшнав, какую-то очень глубокую тему, просто ты не сможешь просто поймать это, уловить то, о чем говорят. Вот когда Гурудев говорил, то все вайшнавы, они как бы, в основном они снимали свои четки и слушали уже Гурудева напрямую. То есть все зависит от ситуации. Is it offense to chant holy name when senior Vaishnavas or your guru is giving Harikatha? Is it offense? Depends, you know, this actually your guru, yes. If your guru or very senior Vaishnava is speaking, better to hear because then simply chanting is not enough. You also have to meditate on that Harikatha when you are chanting. So that Harikatha, when it will come to your heart, then it will be, your Harinam will be very powerful. Because one side is chanting, one side is hearing, one time, one thing, one side is meditating on Krishna's form and qualities and pastimes. And by glorifying by the tongue. So then Krishna will be bound completely. So Harikatha, if you are not heard carefully, then what will come in your meditation? So when very senior Vaishnava, very pure Vaishnava is speaking, then better to hear attentively. And then remember those pastimes when you are chanting. Он говорит, если старшие вайшнавы говорят, если твой гуру говорит, то для этого нужна медитация на Харикатху. И поэтому очень важно, не нужно повторять святое имя на четках, тогда нужно просто слушать. Потому что на основе этой Харикатхи можно будет потом медитировать на четках, повторять святое имя. We are the next two Ikadashi belongs to Purushottam month. Are they have special glory if they're in Purushottam month? Can you please explain like how we shall follow this? Dwadashi. Ikadashi. On Purushottam month. No, Ekadashi is always glorious because Ekadashi is actually the day of Lord Krishna. Ekadashi is actually not a day. It is Krishna himself has become Ekadashi. So, and Purushottam mass is also not a month. It is Krishna himself has become the month. So in that sense, this Ekadashi that comes in Purushottam month is very glorious. Purushottam month is very glorious. And Kartik is even more glorious. Although Purushottam month comes every 3 years, Kartik comes every year, still Kartik is more glorious. Because Kartik is the month of Radhika. But anything that is done on Ekadashi day is magnified. Ramchandra Prabhu, I heard him telling that those who chant one round on Ekadashi, it is like chanting 1,000 rounds on other days. So in that sense, 1,000 rounds on other days, one round Ekadashi. So that magnification is there because that is a day you are, because Krishna himself has become that day. Krishna says that it is called Harivasar, it is a day Hari himself has become that particular day. So therefore, no one can describe how glorious is the Ekadashi in Purushottam month. It is indescribable. Ekadashi всегда славный
Это славные дни. Это даже не просто дни, это сам Кришна становится днем, этим особым днем. Точно так же, как месяц Пурушоттама, сам Кришна принимает форму месяца. То есть он всегда присутствует с нами. И поэтому, чтобы мы делали в эти благоприятные дни, дает гораздо больше результата, чем в любые другие дни. Кроме того, Картик, несмотря на то, что месяц Пурушоттама имеет очень большую славу, месяц Картики превосходит его. И пусть месяц Пурушоттама приходит раз в 3 года, а Картика каждый год, все равно месяц Картики более занимает более высший уровень, потому что месяц Пурушоттама принадлежит Кришне, а месяц Пурушоттама принадлежит Шримати Радхике. Когда Картика будет принадлежит Шримати Радхике, Кришна будет более доволен, когда в ее месяц совершают бхакти, и поэтому он даст больше результата. На самом деле невозможно описать славу и кадыши в месяц Пурушоттама. На это не хватит слов. Как кадыши, он славный, месяц Пурушоттама он славный. Он говорит, даже просто и кадыши. Если вы один круг читаете на Экадыше, то это равняется 1000 кругов в обычные дни. Anything that is connected with Radharani is 1000 times more powerful. Radhanam is 1000 times more powerful than Krishna Nam, and Radhashtami, because Ekadashi is the day of Krishna, and Radhashtami is the day of Radha, so Radhashtami is 1000 times more glorious than Ekadashi. Все, что связано с Радикой, оно занимает выше ступень. Все стоит в более превосходной форме. Например, Радаштами, он даже еще выше, чем Экадыши. This is what Bhakti Pramod Puri Maharaj has written. Говорит Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Несмотря на то, что на Экадыши мы постимся, а на Радаштами мы не постимся, все равно на Радаштами то, что вы будете делать в духовной жизни, будет давать вам гораздо больше результата. 1000 раз, да? 1000 раз это про Экадыши, в Радаштами еще больше. Не хватит. Ну, немножко вернемся назад к предыдущему вопросу. Тут это говорилось о лекции, но как и все. Вот почтение, многие как бы и старших учеников Гурудева говорят, то, что можно или нужно одновременно читать джапу и читать какие-то выдержки из Писания. Видишь, или какой-то книги читать, да, и мантру повторять. Да. Но, допустим, может быть, для кого-то это и возможно, то, лично вот объясните для меня. Я вот, допустим, не вижу. Если я читаю Писание, я Писание, я положу туда. А в чем если вопрос? Я не могу сконцентрироваться одновременно на каком-то баджане и одновременно читать джапу, потому что... Хотите спросить, как это совмещать? Да, как это совместить? Не получается. Да. И нужно ли совместить? Да, и нужно ли совместить? Потому что просто так переключается, либо туда. Reading our books and chanting all together. So, shall we do like this, and if we can do like this, then how to do this? Because sometimes it is impossible. Actually, best is that there are 2 types of upasana. One is mantramay upasana and one is swarasiki upasana. So, swarasiki upasana very difficult for us. But mantramay upasana can be done, that you read one mantra, like chinta mani prakarasat masukalpa vruksha laksha vartesha suravir abhipala yantam, like that. Then you meditate on its meaning while you chant. Then you take another verse, Baraha, Pidam, Natabarbapu, Karana, you read it. And then you remember the meaning of that and you chant. There is no need to read and chant at the same time. Or you read one paragraph loudly and you meditate on its meaning as you chant. So like that. So that way the Leela you will be able to meditate on that Leela. But it is quite impossible to read and chant at the same time. But you can stop chanting
read one, two lines of what your Gurudev has written, or one paragraph, and then you meditate on that meaning of that verse, mm-hmm. or that paragraph, mm-hmm. or what Gurudev has said, mm-hmm. and then you keep on chanting. Best is to read chapter 23 from Jaiva Dharma when you are chanting Harinam. Chapter 23 describes the glories of the Harinam, like that. And then you read some glories and you keep on chanting, or read the glories of Namashtakam, mm-hmm. like that. Or bhajan, or you read Gaudiya Gita Gucha, one bhajan. You read the meaning of one bhajan and then you chant Harinam, like that. Then that will, Gurudev says that you should try to meditate on the meanings of the songs of Gaudiya Gita Gucha when you are chanting. Махарадж, отвечая на ваш вопрос, стал объяснять сначала два метода медитации: мантра Майя Упасана и Сварасики Упасана. Пока для нас невозможно совершать Сварасики Упасана. Сварасики Упасана обозначает, что когда естественно при повторении святого имени вы начинаете видеть много последовательно игры Кришны. Фактически это медитация Нашта Калилило. Мы можем совершать мантра Майи Упасану. Мантра Майи Упасану обозначает, вы читаете мантру, какой-то стих, как из Брама Санхиты Махарадж процитировал, Ладхау, Ритейшу. Вы читаете про Галоку Вриндавана, закрываете глаза, повторяете мантру, медитируете на то, что вы прочитали. Это называется мантра Майи Упасану. Вы читаете какой-то Гити Гуча, знаешь, какую-то песню, прочитали песню, закрываем глаза и медитируем, входим в это настроение, прочувствовать это надо. Мы можем прочитать, если это перед нами книга, то мы можем прочитать какой-то параграф, закрываем глаза, и мы стараемся войти в это, все в зависимости от этого. Конечно же, одновременно читать и мантру повторять, это трудно и практически невозможно, как бы. В этом речь не стоит, да. А вот то, что читать какой-то отрывок, который, вот, ну, как Махарадж сказал, что намаштуку очень полезно читать, там описывается слава святого имени. Прочитали какой-то фрагмент и прочувствовали, прочитали, прочувствовали. В Джайва-дхарме из 23 главы начинается описание славы святого имени. Тоже очень воодушевляет. Прочитал какой-то параграф, повторяешь святое имя. Кончается воодушевление, прочитал следующий параграф. They don't have, like, the Tridandi Maharaj has recording of Jaiva Dharma in English, audio recording. So when they are driving the car, they can listen. But in Russian, someone should do that. Yes, there are. So they can listen that sometimes. Because unless they read Jaiva Dharma, they can never become pure devotees. Tell them. No, Jaiva Dharma not available, but other books are available. Other books, good audio books are available. Yes. Махарадж говорит, что вот, например, Тридандри Махарадж, он записал Джайва Дарму в звуковом файле всю книгу. И люди, когда ездят в машину, они слушают эту книгу. Я говорю, на русском языке тоже есть не Джайва Дарму, но другие книги. Можно слушать. Еще один вопрос. Вопрос такой. Слышит ли гуру, допустим, мое прощение в уме? То есть я в уме прошу прощения, слышит ли это гуру? Нет. If does my guru listen to my prayer in my mind? Yes, certainly, because guru actually is always listening to your prayers, and he is omnipresent. So, if you sit in front of the picture of Gurudev, and you can chant to the picture of your Gurudev, you can. Gurudev says that when you are chanting or when you are reading Bhagavatam. You should think that Vyasadeva is sitting in front of me, or Shukdev Goswami is sitting in front of me, and he is explaining to me Bhagavatam. Don't read Bhagavatam thinking that it is I am opening a book. Or you are reading Chaitanya Charitamrita, you should think that Krishna's Kaviraj Goswami is sitting there and explaining to me personally. Oh, this is like this. Or I am reading Raghavartma Chandrika, Vishwanacharya Thakur is sitting in front of me and explaining to me Raghavartma Chandrika. So when we are chanting Harinam, we should think that the whole Guru Parampara is present in front of me, and I'm chanting, and they are hearing my chanting, and like that. So we should always feel the presence of Guru, that whatever sadhana bhajan we are doing, we should always feel the presence of Guru, Vaishnavas, pure devotees, everyone. One time Swami Maharaj went to give class
big hall in New York, and no one came. They invited many people, but no one came, only 10-20 people came. Then disciples were very distressed. Oh, Prabhupada, no one came. We are very sorry, we arranged. It was such a big fiasco. Prabhupada said, what? Didn't you see Narad, Shukdev, Kumar, everyone standing and hearing my Harikatha? So don't think that you are, when you are chanting alone. Because Krishna says, Naham Tishthami Vaikunthe, Yogi Nam Rudhaya Vipa, Matra Gayan, Mad Bhakta Yatra Gayan, Tattata Mishthami Narada. I don't stay in Vaikuntha, I don't stay in heart of yogis. Where my devotees chant Hare Krishna Mahamantra, there I come there. And if Krishna comes and hears your Harinam, what to speak of pure devotees or Hanuman and Ganesh Kartikeya, and what to speak of gopis, and everyone will be there. Because Krishna himself is present where Harinam is chanted by the devotees. Гуру вездесущий. Гуру всегда присутствует с нами. И очень важно повторять святое имя перед изображением. Гуру, несомненно, слышит наши молитвы, наше обращение к себе. И когда мы читаем, нужно не относиться к тому, что мы открыли книгу, стали читать книгу. Это не книга, а сам Вьясадев сидит перед нами и дает нам Харикатху. Если перед нами книга Кришнадаса Кавираджа Госвами, если перед нами книга Шрила Бхактивинода Тхакура, Рупы Госвами, то не нужно относиться к этому как к книге. Нужно верить и понимать, пока даже если мы не видим, что перед нами сидит эта личность и дает нам эту харикатху. So you should know that Gurudev is hearing your Harinam. And also when Swami Maharaj went to the hall, no one came actually. И когда однажды ученики Бхактивинода Свами Прабхупады организовывали публичную конференцию, пригласили много людей, пришло только 10-20 человек. И ученики очень сильно расстроились. Они взмолились Гуру. Гурудев, у нас ничего не получилось, у нас полная фиаско. И тогда Бхактивинода Свами Прабхупада сказал, вы что? Тут находится Вьясадев, тут находится Кришнадас Кавираджа Госвами, тут находится вся наша Гуравальга, они сейчас слушают, будут слушать Харикатху, вы их просто не видите. Если Кришна говорит, что я нахожусь там, где мои преданные говорят обо мне, если Кришна там приходит послужить, то, конечно же, приходит послужить и чистые, все чистые преданные. И Хануман всегда мечтает послушать Харикатху и другие великие личности. Then slowly it will take 8 hours, then 6 hours, then 4 hours. It is a matter of practice. We make many excuses. But when Yamaraj will come, Yamadut will come, they will not listen to any excuse. No, I have to take my son to the school, I have to bring my daughter home, I have to cook nice sabjis and cheesecake. Yamaraj will not listen. He will grab us, he will take us. Мы будем говорить, мне надо было детей в школу отвезти, мне надо было приготовить пирог, надо было там постираться, помыться. Ну, и Мараш не будет тогда слушать, просто схватит нас и унесет. The problem is that too much energy is wasted. Проблема в том, что слишком много энергии мы тратим впустую. When a man associates with a woman, когда мужчина общается с женщиной, one time association with a woman, один час такого близкого общения, he wastes the energy. 40 days of food intake, that much energy is lost. 40 days? Of dinner and lunch, food intake, all the energy is lost in one union with the woman. So he has to eat again? Suppose someone has eaten for 40 days, morning, noon, evening, breakfast, then he gets the energy from 40 days. When he associates with the woman one time, then that energy is spent in just one union with the woman. За один час близкого, такого общения с женщиной, у мужчины уходит энергия, которую он накапливал, принимая просад в течение 40 дней. Вся энергия, ждать его завтрак, победа, ужинов, она вся тратится за один час. So
That is actually the semen. Semen is like a ghee in the body. Just like the milk has the ghee, similarly the body also has the ghee. Ghee is the semen. And when the ghee goes away from the body, then the body becomes like a haystack, like a dry leaf or dry vegetable. Then we will have no strength whatever to do anything. Семя в теле мужчины, оно сравнивается с ги, содержащимся в молоке. То есть это сама как бы, ну, суть, как бы, самое ценное. И когда человек выходит со семя, то становится как высушенный овощ, высушенный лист, и просто ни на что не способен. So therefore, the man is like fire and the woman is like ghee. The man is like butter and woman is like fire. When they come close to each other, the butter melts. So therefore, women and men, they should not sleep together, even if their husband and wife sleep separately, unless they need a baby. В общем, мужчина сравнивается с маслом, куском масла, а женщина сравнивается с огнем. Если они сходятся, то масло растапливается. Все. Поэтому рекомендуется не общаться близко, и даже если это муж и жена, спать отдельно. За исключением тех случаев, когда нужны дети. So Indra, when he sees that we are advancing in bhakti, Indra what he does, he sends Kamadev, Cupid. And the Cupid has 5 arrows of flowers. Cupid hits us with these 5 arrows. And then we become enamored by desire to have sex. And then we, whatever progress we have made is lost in the moment. Even millions and millions of lifetimes of progress is lost with just one union with a woman. Когда человек начинает продвигаться в духовной жизни, Индра посылает Купидона, который своими стрелами, arrows with a fire. With flower arrows. Cupid, you know, has flower arrows. Yeah. В общем, своими стрелами Купидон пронзает и зарождает в мужчине, в человеке, наверное, желание в их отношении с женщиной, и желание секса. И если человек поддается, то все там миллионы. Lifetimes of progress is lost in a moment. Lifetimes, million lives. В общем, прогресс за миллионы жизней коту под хвост из-за одного соития. So therefore, the best way to obtain Godhead is that, but also that there are men and women, they don't chant 64 rounds. Then their children are born very naughty, very noisy, demoniac, and they will be very disrespectful to their parents. But the mother and father who chant 64 rounds, their children will be great devotees. Если мама и папа не воспевают 64 круга, то у них рождаются демонические дети, непослушные, постоянно шумные, капризные. А если они воспевают, то рождаются великие преданные. So you can get a desired progeny by chanting 64 rounds. Sometimes a woman only has daughters. She wants a son, but she has no sons. Sometimes she has only sons. She wants a daughter, but she cannot get a daughter. But if you chant 64 rounds, and you desire, whatever you desire, you want a son or a daughter, you'll get it. Если женщина, например, не воспевает 64 круга, то, например, у нее рождаются одни девочки, она хочет мальчик, или наоборот. Не клеится. А если она успевает, то все, любое желание, которое возникает, оно выполняется. Many times the parents don't chant, or husband, he is very demoniac. One woman was there, she was chanting 16 rounds, her husband was so much against her that he used to grab the mala from her hand and snatch it away. Были бы муж с женой, жена была преданной, а муж был демонический. И жена воспевала свои 16 кругов, муж, естественно, не воспевал, более того, он просто однажды вырвал у нее мало из рук и выбросил. So then she went to one saintly person, she asked the saintly person, how to correct my husband. Then he told that you are chanting 16, why don't you chant 32 rounds now? And you dedicate the fruit of 16 rounds to your husband. She started dedicating the fruit of 16 rounds to her husband. Very soon her husband also became a devotee. Она решила пойти к святому обратиться за помощью. И он спросил, сколько ты воспеваешь? 16. А почему ты не воспеваешь 32? Воспевай 32 и дополнительные 16 отдавай своему мужу.
ему посвящать. И она так стала делать, и через какое-то время муж стал преданным. One boy, he was not selected in any interview. He stopped here for job interview. He failed in many, many interviews. 30 interviews, 40 interviews, he could not be selected. So he asked one devotee, how many rounds, the devotee asked him, how many rounds you are chanting? He said, I am chanting 16 rounds. Then he said, you increase your rounds from 16 to 32. So then that devotee started chanting 32 rounds. And very soon he was selected in 5 interviews. And in this way he became very successful. What kind of interview are you? Like job interviews. Mm-hmm. В общем, один молодой человек проходил собеседование для приема на работу. Проходил одно за другим, и его никуда не брали. And devotee suggested this. Yeah. И один преданный ему посоветовал. Ну вот ты воспеваешь 16, почему бы тебе не повысить до 32? Он повысил, через какое-то время, короткое, его приняли на работу практически сразу. So therefore, the best formula is that unless you want a baby, sleep separately from your wife and you chant 64 rounds, get up early in the morning, very soon you have darshan of Krishna. Формула такая. Если вы не хотите зачинать ребенка, спите раздельно с женой и распевайте 64 круга. И очень вскоре вы получите darshan Krishna. Хорошо? Нет, мы поехали. Ему легко сидеть. Можно? It is easy for him to sleep separated from his wife. Because it's another... Тебе очень легко спать отдельно от своей жизни, но в другом городе. Совсем. Forever. She has left forever. Also has left for good. Очень хорошо. No, I'm not telling that you don't beget children. I'm telling that if you get children, no problem. For that you can unite. But if you don't need children, then why waste the energy? What is his age? То есть Махараш не говорит, что не нужно зачинать детей. Он говорит просто, что нужно спать отдельно, если вы не собираетесь зачинать детей. А если вы зачинаете детей, то с тобой ничего страшного, это не является потерей энергии. Сколько там лет работы? 33. 33. Like Jesus Christ. But already his hair is grey. His hair is very white, grey. У тебя седина. White? Grey. Почему же у тебя седые волосы уже? Ну, потому что у меня звонок уже второй, наверное. Тело оно старое. The body has so much ghee. Semen is the ghee. But when you lose the ghee, then you have joint pain, arthritis, diabetes, blood pressure, acidity, cholesterol, all problems come from lack of ghee. The ghee should be preserved. This ghee gives us life. В общем, жизненной силой в организме мужчины является вот то самое ghee. И если мы его слишком много тратим, то у нас там стареют органы, болезни всякие появляются, давление, холестерин и всякие прочие гадости. Поэтому нужно сохранять ghee. And after the age of 40, the ghee doesn't manufacture more anymore. The ghee production stops. После 40 лет ghee не воспроизводит. So then you have become very weak if you lose the ghee all the time. So then you become like a vegetable. You're sitting in a corner, you cannot chant, you cannot see. Eyes will have problem, eyes will not be able to see properly, ears cannot hear, you will be walking bent like this. So all problems will come if you don't preserve the ghee. So do whatever it takes to preserve the ghee in your body. Поэтому после 40 лет нужно особенно смотреть на растрачивание ghee. Потому что организм начнет стареть, глаза начнут плохо видеть. Ну и так далее, и так далее. Поэтому лучше не тратить. Хорошо. But if you chant 64 rounds, then you will be able to control your desires. Especially before you go to sleep. Because before we go to sleep, we should chant 2 rounds in front of the picture of Guru. And then that will act like an armor against the bad desires.
then our desires to enjoy sense gratification will be curbed. If we meditate on the picture of Gurudev and chant two rounds before go to sleep. Поэтому нужно воспевать 64 круга, и это поможет контролировать желание. Вот. И особенно перед сном нужно воспевать два круга перед портретом Гурудева, сложив руки вот так, да? Сложив руки, как, точнее, не сложив руки так, а это как бы будет как охранной системой, будет защищать. Even if someone has reached the stage of bhav, if he associates with opposite sex, then immediately he will fall down somewhere. So this is the trick of Indra. He will send Kamadev, Cupid, Madan to make us fall down, so that no one goes back on back to God. Если кто-то достигает уровня бхавы, то начинаются проделки Индры, который посылает Камадева, Дона, который зарождает желание. Если человек на этом уровне, на уровне бхавы, имеет отношения сексуальные, то он немедленно, мгновенно падает. Невозможно на это время стоять. But is it possible to rise again after that? It is possible, but it may take many, many lifetimes. And it may, you might lose by the time if you die. The next lifetime you will become a human being, no guarantee. You may have to go through again 8,400,000 species. Yeah, lose this chance. Если мы упускаем этот шанс, который сейчас у нас есть, то в следующей жизни нет никакой гарантии, что мы опять получим человеческую форму, и, возможно, придется опять стоять в очереди этих 80 миллионов 400 тысяч. So therefore, those who are doing abortion, they are doing big sin. Doing what? Abortion, baby. They are doing a very big sin. Те, кто делает аборт, они совершают страшный грех. Those who do abortion of the baby, they will have to wander through 8,400,000 species again. They will have to undergo 8,400,000 species again if they do abortion. Те, кто делает аборт, те гарантированно будут вынуждены все эти 8 миллионов жизней пройти. Then they will have to suffer in so many species. It's a great sin to do abortion. Им придется пострадать в таком большом количестве разных форм жизни. Это великий грех делать аборт. А если человек расстраивается вот, и повторяет 64 круга и раскаивается, Знаете, как раскаивается? По-другому сформулировать. But if he is sorry for that, становится преданным. And he is really sorry for that, and he then chants 64 rounds, it's impossible to avoid this long queue of suspicious. If he chants 64 rounds every day for 5 years and doesn't commit any sin or aparad, then he will go straight back and back to God. Голову Бринда. Если ты будешь успевать 64 круга каждый день в течение 5 лет без оскорблений, без грехов, то тогда гарантированно попадаешь на Голову Бринда. All he has to do is chant 150 million holy names, 15 crore holy names. Вот за это время будет воспитать 15 миллионов. If he chants 150 million holy names in this lifetime, guaranteed goal of holy names. 150 million. 150 million. So 15 crore is 150 million. То есть немножко сначала неправильно перевел. То есть это там 15 crore в этой единице измерения, в общем, 150 миллионов святых имен. Если их воспеть в течение жизни, то попадаем на голову Вриндаваса. Я понимаю, это ответ в том смысле, что даже после этого греха, если ты вот этим займешься в течение 5 лет, то как бы какие там формы жизни все равно голову. It is not difficult to chant 150 million. Because Premananda Prabhu, he chants every day one night. Это несложно воспеть 150 миллионов святых имен, потому что Премананда Прабху же воспевает каждый день один мантру. Premananda Prabhu. He told that Premananda Prabhu chants 64 rounds, rain or shine. Whether there is parikrama, no parikrama, is sick, whatever it is, he will do his 64 rounds. 108%. He will never miss 64 rounds. It takes him only 4 hours. It takes just so much practice. Хорошо, разговаривал с одним учеником Premananda Prabhu. И тот рассказывал, что Premananda Prabhu прибыл к условию дождь, жара, парикрама. Что бы там ни было, он
воспевает любой ценой свои 64 круга. Когда он воспевает? Это у него занимает 4 часа. И постоянно по слушает, утрам, когда он там по утрам, спрашивает. Он рано встает. Он 2 часа, наверное, встает и... Чистый вась нога, они так все стоят. В 3 часа он приглашает его, приглашает, кто хочет. Парибраджан Махарадж, he says that 64 rounds in only 3 and a half hours. He also does every day 64 rounds. Парибраджан Махарадж каждый день тоже успевает 64 круга, и это у него занимает 3,5 часа. Парибраджан Махарадж is a disciple of Bhakti Vedanta Vaman Maharaj. And he took sannyas from Bhaktivedanta Vaman Maharaj and is also Shiksha disciple of Lord Guruji. He is a very senior sannyasi in our sangha, the senior most. То есть он является учеником Бхактивиданта Ваман Махараджа и саньяс от него получил, и он является Шикша учеником Шикша. And he is the acharya for one state called Assam. He is the acharya. He can give initiation there in Assam. Is next to Bengal, there is a state called Assam. Ну, в общем, он дает, он является ачарьей из state. В штате Assam, рядом с Бенгалией, он дает инициацию. So if you can spare like 2 hours in the morning and 2 hours in the evening, within 4 hours you can chant 64 rounds very easily. Если удастся освободить 2 часа утром и 2 часа вечером, то можно организовать так свою жизнь, чтобы можно было успевать каждый день 64 круга. So when we chant 64 rounds, then Krishna will accept prasadam from us. Если мы успеваем 64 круга, то Кришна будет принимать прасад у нас. Otherwise we are eating only bhoga. Otherwise we are eating only bhoga. Bhoga means like that. We are eating only bhoga. В ином случае, получается, если мы предлагаем, то мы едим просто хлеб. We offer in food, yes. So then it will be prasad. But better that we chant 64 rounds, then Krishna will accept from our own. Да, конечно, тогда это просад. Но лучше, если мы сами будем успевать 64 круга. Если 64 круга, я слышал, что в лекции сказано, что целый город повторяет 64 круга, тогда Шри Кришна может получить. He has heard in the lecture that after chanting for 6 months, 64 rounds a day, it is possible to obtain a darshan of Generally speaking, Krishna will not appear, yes, it is possible, but Krishna will not appear like a threefold bending form, playing flute and all. He will not appear like that. Это возможно, но Кришна не появится в своей форме в три погибели, играющем на флейте. He will appear like a beggar, child, old man, like that. He will come in a disguise. Like one time Gurudev did not go to work because he was chanting 64 rounds. Krishna put on the hat, dress of a policeman, with danda in his hand, rifle, he went to the office and he did all the duty. Oh, I am Narayan Tiwari. But then everyone thought this is Narayan Tiwari working. It was not Narayan Tiwari, it was Krishna doing the role of police officer, Gurudev. So this is how Krishna gives darshan to some people, like in a disguise, like a police officer. This was once upon a time. Oh, for Gurudev, like that. Однажды было так, что Кришна вместо Шри Нараяна Махараджи одел на себя полицейскую фуражку, форму полностью одел, с дандой, пришел в полицейский офис, где работал Нараяна Тиртха. Тивари. Нараяна Тивари. То есть он пришел, как бы, вот, типа, я сегодня дежурный, я вот Нараяна Тивари. Ну все, и вот так он отработал всю смену. И вот таким образом Кришна дает даршан некоторым людям. So, when you are taking prasad, you must chant Hare Krishna while taking prasad. If you chant Hare Krishna while taking prasad, then your mind will be very stable. Because whatever thoughts are there in your mind when you are taking prasad, that will be in your body and your mind all day long. So when you are chanting Hare Krishna and taking Mahaprasad, then that prasad will be very powerful. So therefore you must chant while eating prasad. Еще в предыдущем куске я не перевел, что Кришна в таком случае является в виде там мальчика, там, дяденьки, ну просто, то есть не в такой форме, а в какой-то такой обычной мирской. Вот. И еще, что во время принятия прасада тоже нужно воспевать. В таком случае прасад принимаемый, он останется, как бы, ну, его сил.
What will stay in the body for a day? Actually, the prasad, that consciousness will come. That is the Harinam consciousness will come. And whatever you are eating will become prasad if you are chanting Hare Krishna while eating. Yeah. Mm-hmm. So and if you are drinking water, even if it is not offered, if you are chanting Hare Krishna and drinking water, it will become Charanamrut automatically. Ну, в общем, да, надо воспевать, также читать Хари Кришну во время приятий, просады, во время выпивания воды, например. И в таком случае это то, что выпито, то, что съедо, даже если это не предложено, оно автоматически становится просадом. Например, вода становится Чаринамритой в этом случае. Therefore, Mahaprabhu told Kiba Shayani, Kiba Jagarani, Ahrnisha Chinta Krishna Balaha Vadani. This is the direct order of Chaitanya Mahaprabhu. Whether you are lying down, whether you are eating, whether you are sleeping, whether you are taking bath, passing stool, urine, cleaning, cooking, cutting vegetables, going to market, running errands, going to office, typing. Order of Mahaprabhu is to chant Hare Krishna all the time, 24 hours a day. This is the order of Mahaprabhu. And those who don't chant, they are not following Mahaprabhu. Это приказ Махапрабху, успевать 64 круга в день. Что бы вы ни делали, там, кушали, лежали, спали, ходили в туалет по маленькому, по большому, стирали, резали овощи, готовили, гуляли, все что угодно. Постоянно нужно воспевать, потому что это приказ Махапрабху. Те, кто не делают этого, ослушиваются Махапрабху. One time Mahaprabhu went to pass urine. There was a small boy called Gopal. And Mahaprabhu was holding the tongue and passing urine. Hey, why you are holding your tongue? Oh, because my tongue has the habit to chant Krishna Krishna. When I am passing urine, body is impure. Oh, Gopal says, no need of holding the tongue. When you die, urine will come, stool will come, so much pain in the body. Body will be contaminated. But don't stop chanting. Because at a time of death, if you chant Hare Krishna, you will go back home back to Godhead. Then Mahaprabhu told you are Guru. Your name is Gopal Guru. He became Gopal Guru Goswami, the Guru of Dhyanchandra Goswami. So he taught Mahaprabhu that any moment, every moment, even while passing urine, one must chant Hare Krishna. So Mahaprabhu was a disciple in this situation. Mahaprabhu acted like as if he is a Jagat Guru. But he acted as if he is like Guru. He was small? He was a small boy, 5-year, 10-year-old. Когда Махапрабху был маленьким мальчиком, он, значит, однажды пошел в туалет. Махапрабху, нет. Господь Читанию пошел по нужде. Да, Господь Читанию пошел. Держал язык. Давайте расскажите. Так он и говорит Махапрабху, я читаю. Нет, нет. И мальчик увидел, что Махапрабху держит язык рукой, да. Да, как бы. Зачем ты это делаешь? Исправляет нужду. Он сказал, зачем ты это делаешь? Как бы, я не могу, чтобы язык у меня не повторял Хари Кришну, да. Мне приходится это. А он когда сказал, человек перед смертью, он будет там испражняться, там как бы ему не повторять святое имя, как бы. То и Чайтанья Махапрабху сказал, о, да ты гуру, ты Гопал гуру, ты мой гуру. Мой гуру, да. Но Гопал гуру Госвами. He was living in Radhakanta Math. He was living in Jagannath Puri. Он жил в Jagannath Puri, Radhakanta Math, Gambira. So, like Vishnupriya, when Mahaprabhu went, took sannyas, Vishnupriya, every day she used to chant 2 lakh holy name. And every time she would chant, take one grain of rice, and weeping, she would chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. With one tear, she will put, and then soak that grain of rice in one tear, chant one Hare Krishna mantra, and keep it there. So, as much grains or holy names are chanted, she will take that much grains, cook the rice offered to Gauranga Mahaprabhu's deity, then give the Mahaprasad to Shachi Mata, Ishan Thakur, other guests, and then she will take little bit rice and chant every day 2 lakh holy names. Means 128 rounds or more. And she was only 16-year-old girl that time, 16-year-old girl. Когда Махапрабху принял саньясу, его супруга Вишну приели, правильно? Да, да. Она, значит, воспевала 64 раунда, что она чем-то. She was chanting 128 rounds, 2 lakhs every day. 2 lakhs every day, while gathering. Yeah. То есть она успевала 2 лакха каждый день, и после каждой мантры у нее выкатывалась слезинка, которую она собирала в маленькие такие сосудики. Потом, during what period of time she has collected? Well, she used to sit in the morning, and then she used to take one grain of rice and chant Hare Krishna. In the morning. She collected a lot of water, a lot of food. No, she would just sit there with some rice, and then she'd take one grain, chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Tears will come in the rice. She
She'll dip one rice grain in the tear and put it in this side. And she will take only this side rice, whichever is collected by one grain, one Mahamantra, like that. У нее была кучка риса, она рисинку подносила, собирала после каждой мантры слезинку и клала там в этот горшок. Соответственно, она кушала не то, что все откладывала. А потом она наготовила, я так понял, много риса, угостила там. Шашимату сначала кормила, а потом остатки. So you should all do like that for Yachka, like that. One Yachka, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. And eat only that much Yachka. Hare Krishna. Yachka. One Yachka, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. You only eat that much. Then very good bhajan. He said that he will become thin this way. Не забудьте смочить слезинкой. Krishna has given so many nice fruit, cheese, bread, washing machine, air conditioner, car, all facilities. But we still don't want to chant. Why? Кришна дает нам так много всего, фрукты, овощи, ну, разные продукты, электрические машины разные, которые помогают нам в жизни. Что же мы, почему-то мы по-прежнему не хотим успевать. Mahaprabhu told that only way you can be delivered by chanting 64 rounds. There is no other way. Mahaprabhu говорит, что мы можем быть освобождены только за счет воспевания 64 кругов, нет другого пути. You cannot do meditation because your lifespan is only 100 years. Мы можем медитировать, потому что у нас жизнь всего 100 лет. Сатьяга could do meditation because lifespan was 100,000 years, but now there is very short lifespan, so we cannot do meditation. Сатьяга мы могли медитировать, потому что у нас жизнь занимала 100 тысяч лет. Сейчас у нас времени нет. In Treta Yuga you could do sacrifices, but now no good brahmanas are available to do sacrifices like Ashwamedha Yagya, Rajasu Yagya, so you cannot do sacrifice also. В третьей йогу мы могли жертвоприношения, жертвоприношения сделать. Но сейчас у нас нет квалифицированных браманов, чтобы это сделать, поэтому мы не можем жертвоприношения совершить. In Dwapar Yuga you could do deity worship and get perfection. But in Kali Yuga the mind is wavering too much, going here, going there. So wavering mind, unsteady mind cannot give you perfection by doing deity worship. Dwapara Yuga. Да, в Двапара Югу можно было поклоняться божествам и достичь совершенства. Но сейчас у нас ум слишком изворотлив, слишком неустойчив, чтобы мы могли достичь совершенства этим путем. So one time Narad Muni went to Brahmaji and he told him, Kali Yuga is very dangerous, big problems. So how to get rid of Kali Yuga, how to go back home, back to God? Then Brahmaji told Narad Muni, that I give you the mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. If you chant that 64 rounds every day, you will be delivered, Kali will not bother you. So therefore, this is the order of Brahmaji, our original Guru, to chant 64 rounds every day. He said to me, to Narada Muni. Narada Muni однажды пришел к Брамаджи и сказал, что проблема у нас с Кали-Югой, невозможно никак оттуда освободиться, надо что-то придумывать. Брама говорит, я дам тебе мантру, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Воспевай ее 64 раза в день и все, освободишься. So this mantra in our sampradaya we have got it through Guru Parampara. Other sampradaya they chant it Hare Ram first, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. But our sampradaya we know the correct mantra because we got it from Guru Parampara. The other sampradayas they don't know the correct mantra. They chant it other way around, Hare Ram, Ram Ram. В нашей сампрадае мы воспеваем правильную мантру, потому что она пришла к нам по парампаре. Именно в таком порядке. А в других сампрадаях воспевают Хари Хари Раму, потом Хари Кришну. Правильным образом. So the only way to become free from sins, the only way to get prem is to chant Krishna Nam. Единственный способ избавиться от грехов, единственный способ достичь премы, это воспевать Хари Раму. Mahaprabhu has told very clearly in Shikshashtaka. If you chant one lap, I'll deliver it. Mahaprabhu Шакшаштаке очень ясно сказал, если вы будете воспевать один лах, то я вас заберу.
очень сложно людям, которые ходят на работу, имеют семейные обязанности, уделить столько времени ежедневно. Это советуется делать в любом случае или тогда, когда человек оставит грихастха ашрам, поедет во Вриндаван, погрузится в конце жизни? It's very difficult to chant 64 hours while we are walking, we have a family, we have a home, so many duties. So it's suggested to chant 64 hours anyway, in any situation, or after leaving the Hasa Ashram and going to Vrindavan and stay there, for example. Actually, it is not difficult. He can chant like say 16 rounds on the beads. And then he can get one clicker. The clicker is tied around the finger. Then he can keep on working. He's doing selling paintings, selling jewelry, collecting money, doing computer work, even recording. Even while recording, he can have the clicker. One hand he can record, other one is clicking. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So he's chanting at the same time. Mahaprabhu said, only way you can go back home, back to Godhead is by chanting one line. So he must do that. Это не так сложно. Можно воспевать 16 кругов на четках. Вчера, кстати, об этом говорили. 16 кругов на четках, а на остальное время приобрести устройство, специальный счетчик на палец, электронное устройство. И что бы мы ни делали, кем бы мы ни работали, будь то мы там продавали бы картины, продавали бы украшения. Даже если бы мы работали кинооператором, можно было бы снимать, а другой рукой считать Hare Krishna, Hare Krishna. Even they're sweeping, one hand is the clicker, another hand is sweeping, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram. Even in the military, you are in military, instead of doing left, right, left, right, left, right, you do Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Krishna. Для огородка. Hare Krishna. Like sweeping, so means sweeping, 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 cleaning, like cleaning, sweeping. So it's sweeping, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. То можно подлетать и повторять Hare Krishna. Если мы в армии, то можно так шагать строем. Mahaprabhu never told that you chant on the Tulsi beads. If you like, you can chant on Tulsi beads. But if you don't have Tulsi beads, difficult Tulsi beads in the office, then clicker is available, clicker. Махапрабху не говорил, не давал наставления воспевать на четках из Туласи. Просто говорил воспевать. Поэтому если, допустим, на работе у нас там неудобно с четками или просто их там нет, то вот можно счетчик такой. Tulsi is best. Tulsi is best. But if you're not possible, then clicker, no problem, counter. Читать литературу духовную и воспевать можно? Лучше сейчас. Лучше всего, конечно, на четках, на Туласи. Это, конечно, лучший образ. Но. Если нет, то начнёт читать. There are two questions. First one. Is it allowed to read spiritual literature, for example, books, and chant at the same time? No one stopping you? Никто не останавливает видео. It is Mahaprabhu's order to chant all the time, even while reading, even while watching TV, even while reading newspaper. Был приказ Махапрабху воспевать. Я просто много раз слышал, что невозможно одновременно как бы читать и погружаться в джапу и погружаться в книгу. Оскорбительно будет. Без должного внимания. Внимательно сохранение использовать. We have heard a lot of times that it's important to concentrate on both reading and meditating on mala. So how is it possible to attentively read and attentively chant at the same time? Mahamantra doesn't depend on your attention. Mahamantra is so powerful. Ajamil was chanting Narayan to call his son. But he was still delivered. Valmiki could not even chant Ram. He was chanting Mara, Mara, Mara. Universe. Still it was very powerful. Valmiki was chanting Mara, but he was chanting Rama. Бхактивинода Тхакур Харинам Читананди описывает три разных вида невнимательности. И он говорит, что это самое главное, это из этого оскорбления вытекает все 10 оскорблений. Из невнимательности и чтения. Бхактивинода Тхакур Харинам Читананди
Харинама Чинтамани описывает три вида невнимательности. И говорит, что корень всех оскорблений Святого Имени именно идет из этой невнимательности. But gradually inattentive chanting will go away if he keeps on chanting. If he doesn't chant at all, then there is no chance the offenses will go. Then there is no chances that offenses will go. Со временем вот это вот невнимательное воспевание уйдет. И а если не воспевать, то никакие оскорбления не будут уничтожены. То есть 64 круга оно будет как Махавик. Перемалывать, как мясорубка. Еще 3 будет 64 круга. Махарадж. То есть будет... Это надо каждый день, не случилось. Это говорится про каждый день и про обед. Не про один день. Прости, как мясорубка. Это будет как мясорубка перемалывать все наши оскорбления, если мы будем 64 круга. What is the... Шульковка. Гаур Кишор Бабаджи Махарадж was illiterate. He was? Tell him, Гаур Кишор Бабаджи Махарадж was illiterate. There is no need to study too many scriptures. Just understand that Haranam alone will deliver. Не надо изучать много писаний. Достаточно лишь понять, что Харинама достаточно для того, чтобы освободиться. Only way you can. Mahaprabhu told those who chant 1 lakh holy names, I will accept prasad from their hands. Sorry. Mahaprabhu told those who chant 1 lakh holy names. Please. Я не могу услышать, что он говорит. Those who chant 1 lakh holy name, I will accept prasad from their hand. Тот, кто воспевает 1 lakh, я принимаю прасад у него из рук. So it is our order of Mahaprabhu. Это приказ Mahaprabhu. That order should be very dear to our heart. Этот приказ должен быть очень близок и дорог нашему сердцу. It is better to hear like half an hour class, 1 hour class every day. And you chant 64 rounds, rather than reading too many books and not chanting, and just chanting 4 rounds. Лучше посетить там часовую или полуторачасовую лекцию в день и остальное время потратить на воспевание Святого Имени 1 лакха, чем весь день читать книги и не воспеть такое количество кругов. Chanting and reading can never be equal. Воспевание и чтение не могут никогда быть приравнены друг к другу. Mahaprabhu never said that if you open many temples, many mutts, then you will go back to Godhead. Mahaprabhu said if you chant 64 rounds, then only you will go back to Godhead. Mahaprabhu не говорил, что открывая множество храмов, и совершая прочую такую деятельность, вы вернетесь к Богу. Он говорил, что вы вернетесь к Богу, если вы будете воспевать 64 круга. Mutt is a place where you are able to chant 64 rounds peacefully. Mutt, yeah. Матха – это то место, где вы можете спокойно, мирно воспевать 64 круга. But now no one is chanting 64 rounds, so they have become the place of politics and groupism. Sorry. Because now no one is chanting 64 rounds, the mutts have become the places of politics and groupism. Матха became. Yeah. И потому что сейчас очень мало людей воспевает 64 круга, поэтому матха стал местом для политики, критицизма и так далее. But if all problems can be solved if people chant 64 rounds. Но все проблемы могут быть решены, если люди будут воспевать 64 круга. Only way you can get rid of all politics by chanting 64 rounds. Единственный способ убрать политику, устранить ее, это воспевать 64 круга. Especially pujari must chant 64 rounds. Особенно пуджари должен воспевать 64 круга. If pujari doesn't chant 64 rounds, then he is feeding bhoga to everyone. He's taking bhoga to the altar and he's bringing back bhoga. It is not mahaprasad. Если пуджари не воспевает 64 круга, то он заносит на алтарь бхогу и выносит с алтаря бхогу и кормит всех бхогой. Then everyone's mind is contaminated because they are all eating bhoga. Therefore? They are all eating bhoga. They are not eating prasad. They are eating bhoga. The mind is contaminated. Because they are eating all unoffered food. The food is not accepted by Krishna. То есть именно поэтому у всех замутненный разум, замутненное сознание, потому что все едят пхогу. So the pujari must chant 64 rounds. Поэтому пуджари должен воспевать 64 rounds. Therefore, Premananda Prabhu, many people will cook, but he will offer himself. Because he knows he is chanting 64, Krishna will accept only from him.
Поэтому Премананда Прабху готовит многие, но предлагает только он, потому что он знает, что он воспевает 64 круга, и Кришна принял за него. Rain or shine, Premananda Prabhu chants 64. Будь то засуха или дождь, Премананда Прабху воспевает свои 64 круга. Then only people will get prasad. Только тогда люди будут принимать прасад. So, deity worship is a very serious business. Поклонение божествам – это очень серьезное дело. If you are not even come to the 10th standard, how can you do PhD? 10th standard means like 10th grade, like 10th, 1 first standard, 2nd standard, 10th standard. How can you do deity worship? Если мы соблюдаем лишь 1/10 часть стандарта, то как вообще можем поклоняться божествам? Only one who is chanting 64 rounds can do effective deity worship. Others are only worshipping stone. Только тот, кто воспевает 64 круга, может эффективно поклоняться божествам. В противном случае мы поклоняемся просто камню или там деревяшке. Previously the pujari used to chant 64 rounds, so Krishna used to talk to them. But now pujari doesn't chant 64 rounds, so Krishna has become like a stone. He doesn't talk to them. Прежде пуджари воспевали 64 круга, и Кришна был вынужден говорить им, что ему нужно пуджариям. Но сейчас они просто как каменные божества, они не разговаривают с пуджари. We don't want Krishna, we only want Maya. Мы не хотим Кришну, мы хотим только Майю. Gurudev so many times told chant 64 rounds. Gurudev столько раз говорил, воспевайте 64 rounds. He became tired and he left this world. Gurudev became tired of telling chant 64. Gurudev устал после этого повторять и покинул. But no one started chanting 64. Но тем не менее никто не начал воспевать 64 круга. Он сказал хотя бы 25 или утопить. Если я, например, сегодня воспел 64 круга и предлагаю Богу. He asks. Анади Кришна Прабху asks. That if he has chanted today 64 rounds. So, is it possible for him to offer food today? Or he should chant for a long period of time to be able to offer? Every day he must chant 64. Suppose he falls short, like today he chants 50 rounds. Mm-hmm. Then next day he should cover additional 14 rounds. Yes, this is clear, but for example, if he does not chant every day 64 rounds, but today, occasionally, he has chanted 64 rounds, so can he, after these rounds, after finishing these rounds, right today, not yesterday, not tomorrow, but right today, after finishing 64 rounds, can he offer a food and a wheel? Yes, yes. He should always offer food, whether he chants any rounds or doesn't chant any rounds. But will the deity accept? Deity will accept today if he chants 64, yes. It's premium, okay. But he cannot go back home back to Godhead just by 64 rounds. He cannot go to spiritual world just by 64 rounds. Ты не можешь попасть в духовный мир, просто воспеваешь 64 круга. Because there are some offenses, like hearing the criticism of Vaishnava. Потому что есть оскорбления, таких, например, критицизм Вайшнава. And due to that, extra 4 rounds or 8 rounds should be chanted. Поэтому надо воспевать 4 или 8 кругов дополнительно. Then all offenses will go away. Тогда все оскорбления уйдут. Otherwise, if you cannot chant 64, then you should pray before going to sleep. O Krishna, make me chant Hare Krishna before I die. Если мы не можем воспевать 64 круга каждый день, то перед сном мы должны помолиться Кришне. О Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы в моей смерти я воспевал Харе Кришна. So be very clear that no one goes back home back to Godhead. Tell him that there are some conditions to go back home back to Godhead. Есть определенные условия для того, чтобы попасть обратно к Богу. Those who get up early in the morning, like 3 o'clock or 4 o'clock. Те, кто встают рано утром, например, в 3 или 4 часа утра. Those who sleep separately from the wife. Те, кто спят отдельно от своих жен. If they don't need a baby. If they don't need a ребенок. And those who don't criticize others. Те, кто не критикует других. And those who chant 64 rounds. Те, кто воспевает 64 круга. They can go back home back to God. Они могут вернуться к Богу. Others, no guarantee. Для остальных нет гарантий. Бхактисиддханта Свами Шрила Прабхупада сказал, достаточно 16 кругов, выполнение 4 предыдущих принципов, проповедь Санкиртана.
его благословение работает в данный момент? Because Swami Prabhupada said that it is enough to chant 16 rounds. Четыре регулирующих принципа. Four principles and preaching. Thank you. Проповедь. And this is enough. Does this, это что, благословение или как? Да, его благословение, оно сейчас действует. Does it has? Господи, все вылечило. Blessing, does it have strength at these days for us? Спасибо, работает. Is it can it be applied for us? It is very nice to do 16 rounds. Very nice. Это очень хорошо делать 16 кругов. But for beginners. Для начинающих. Those who want to go back home, back to Godhead. Те, кто хотят вернуться к Богу. Very quickly. Очень быстро хотят вернуться к Богу. The number is 15 crores. Это 150 миллионов имен. So every day you're chanting 25,000 means 16 rounds means 25,000. 25,000. Если мы в день распеваем 64 круга, то 25,000 этих имен. For that it will take you about 20 years to go back and back to God. 100,000. Luck is 100,000. Слушайте, вы местные, дайте мне один вопрос задать, по интернету просили. И пойдем. So, but you say that 25,000. 25,000, it's 60 rounds. It's 60 rounds. Я немножко ошибся. 25,000 это 16 кругов. Sorry. This... Gokul Prabhu, he has to go to camp and he has one question that was asked over the internet. По интернету просили два вопроса. Одна дети говорит, я повторяю много, больше 40 кругов она говорит, повторяю. И они киртан дома постоянно поют, я знаю. Они и муж киртан, и она хорошо поют, и дети. Она говорит, мы то, что поем дома и повторяем. Это у нас намабас или намапаратха? One family, wife, husband and children. They are chanting a lot of rounds, over 40 a day, and they always are singing bhajans, kirtans at home. So, is it namapas or what? Doesn't matter. Mahaprabhu never told you have to chant Shuddha Naam, 1 lakh Shuddha Naam. He said 1 lakh namapas also will take you back home back to God. Не имеет значения. Махапрабху не говорил там намапхас или Шуддха Наам. Успевать. Если вы спеваете 64 круга на Мабхаса, это, ну, при таких условиях, да, там 5 лет и так далее, это позволит вернуться в Бог. Хорошо. И второй вопрос. Я когда им сказал про то, что Махарадж сказал вот насчет 64 круга и так далее, там, что даже если невнимательно, ничего страшного, главное стабильно повторять и так далее, они мне сказали, вот недавно был у нас Махарадж, а он сказал, нет, то, что много повторять это одно, вот вы должны чисто повторять. Лучше какой чуть поменьше. Да? Какой Махарадж? Сату Махарадж был последний раз. So, and after Gokul Prabhu has told them your words about 64 rounds, no matter what, your own attention, they has another session. Recently, Sadhu Maharaj was there, at their place, and he told that it is not enough to just chant a lot of rounds, it is important to have quality. So, he said it is so many zeros without one. So how to, combine these opinions, this? Actually, quality will come slowly, slowly. In one day it cannot come. If you have to practice, if you practice only quality will come. Качество придет постепенно, постепенно, постепенно. То есть за счет количества. Поэтому нужно каждый день воспевать 64 круга, качество постепенно. И сказать, чтобы продолжали так же. So, 64 плюс 4. Should he say them that they have to continue this practice? If they chant 64 rounds, the holy name is so powerful that Muslim man was calling Haram, Haram. Ajamil was calling Narayan, Narayan to call his son. And Valmiki was calling Mara, Mara. Still the holy name acted. Holy name cannot go in vain.
It will always have effect. Whatever is the quality. The whole name is not growing well. The problem is, the quality is not coming, it will not go be waste. The problem is that people are chanting, but not hearing by the ear. If they don't hear by the ear, it is not quality chanting. So they must try to hear by the ear. Okay, they should increase rounds to 60. And also listen by the ear. Chant sweetly and listen by the ear. Listening is most important. Ну, в общем, они должны увеличить до 64 кругов и во время воспевания очень внимательно слушать себя. Воспевать сладко и слушать внимательно. Ладно, так и передам. Listening by the ear is not happening, and that's why people are not able to go back home, back to Godhead. These ears are very tricky. So Krishna has given one mouth and two ears, because ears are more important than the just tongue. If you don't hear the Harinam, you will not go back home, back to Godhead. Сейчас не происходит слушания, то есть люди не слушают воспевания своего. Поэтому, ну, так много проблем, поэтому мы не возвращаемся к Богу. И уши, они очень хитрые, поэтому Господь нам дал два уха и один рот. Потому что уши важнее, чем рот. Но ведь еще есть манасика в уме. He said that there is a манасика джапа. Джапа in mind. You are not able to even chant on the tongue. How can you chant in the mind? Мы не способны воспевать на языке, как мы способны не воспевать. You are not even done 10th standard. You want to do PhD? How can you? PhD was like PhD means like doctor of philosophy, like high degree. Если мы не соблюдаем 1/10 стандарт, как мы можем стать доктором философии? First try to chant on the tongue and ear by ears. Сначала нужно научиться воспевать на языке и слушать ушами. Then mind will be controlled. If you just chant in the mind, mind will not be controlled. Тогда ум будет под контролем. А если ум не под контролем, как можно в уме воспевать? Chant by the tongue and listen by the ear very carefully. Воспевать языком и слушать ухом. Sorry, Дан Вереди. Already 20 minutes wants to ask. Просто интересно, если человек, скажем так, до конца жизни практиковал большую часть жизни своей, так или иначе, но практиковал, оставался в процессе, но 64 круга так и не смог вычитывать. Что в этом случае ждет? Да, какие у них перспективы? If a person began to practice somewhere in the middle of his life, and he's practicing till the end of life, but cannot chant 64 rounds during this period, what is waiting for that person? What is the guarantee? What will happen? Actually, there is, as I told her, that a person is not able to chant 64. Then that person should pray to Krishna. Уже хорошо об этом говорил, ну, он так больше говорил, что если человек не может воспевать 64 круга, нужно молиться Кришне. That make me chant Hare Krishna when I die. Сделай так, чтобы я воспевал Hare Krishna во время смерти. Irrespective of that person, how sinful he is, if he chants Hare Krishna at the time of death, then he goes back home, back to God and becomes Manjari. Неважно, какой человек был, какие у него качества, сколько у него грехов, если он сможет воспевать Hare Krishna во время смерти, то немедленно отправится домой к Богу. So must pray to Krishna before you go to sleep. Please make me chant Hare Krishna when I die. Мы обязаны, должны молиться перед смертью об этом, чтобы мы во время перед сном молиться о том, чтобы во время смерти мы воспевали Hare Krishna. This prayer is more important than 64 rounds. Эта молитва более важна, чем 64 круга. Krishna, make me chant Hare Krishna before I die. Пожалуйста, Кришна, сделай так, чтобы я воспевал Hare Krishna во время смерти. Это, если я в уме четко проговариваю Махамантру Харе Кришна, ну прям вот безмолвно. Я тебе покажу потом, где пишут Ачарьи по этому поводу. Если, да? Если не чисто, то не работает в уме воспевание. Так вслух тоже не чисто. Рекомендованный метод повторения со святой личностью совместно, вот, может ли заменить запись, аудиозапись Шивы Гурудева, Шивы Прабхупады, других ачарьев, святых личностей, вот, при повторении? Что заменить? Рекомендованный метод повторения со святой личностью, как мы сейчас это делаем. Ну, в смысле, который запись, да, если мы будем ставить аудиозапись, его запись. Слушать святого и вместе повторять. То есть равно эффект. Какой эффект?
мы получаем. А, какой эффект? Будет то же самое. Будет то же самое. Вы просто два варианта описали. И вопрос в том, что как бы равны они или... Да, да. Действует ли повторение с аудиозаписи? The question is, for example, the recommended method is to chant together with the same person. Face to face. In real, not with picture, but with real. And does chanting with the audio recording has the same effect? Audio recording. There is a lot of power in audio recording. Is большая сила в аудиозаписи. Because it is chanted by a great devotee like Swami Maharaj or Gurudev. They have chanted millions and millions, billions of names, trillions of names. And because of that, their audio recording is also very powerful. Это очень могущественная аудиозапись, потому что эти великие преданные, они воспели уже к тому моменту, как записали миллионы, триллионы святых имен, и поэтому вот это могущество, оно и в аудиозаписи тоже передается. Так, если я слушаю запись в наушнике и повторяю на четках, но повторяю за записью в уме, ну то есть, там воспел Хре Кришна, Хре Кришна, Кришна Кришна, Хре Хре, Рам Хре, Рам 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 Хре, и я в уме, ну, не сам проговорю, а вот в уме за ним повторяю. Лазейку нашел на эти Кришны. Это действует? Это будет слушание, это не будет повторение, вы будете слушать его. To the recording of Swami Maharaj, for example, somebody else, great devotee, and he is chanting on mala, but in the mind, without tongues. He repeats word by word after the recording. Does it count? Obviously. Because, certainly, because however you utter, benefit is always there. Without tongue, in the body. Without tongue. In the mind, without tongue. No, must be tongue. Должен быть язык, Hare Krishna. Then atmosphere will be very good, and all the living entities who are hearing that recording will also be delivered. Так много всяких тварей, которые не могут, ну, в смысле, животных, насекомых всяких, которые не могут успевать. Подумайте, что это. So when you are которые не могут воспевать, ну там змеи, насекомые, просто животные, растения, поэтому нужно, чтобы в доме постоянно крутилась MP3 запись, решил бы Гурудева, решил бы раньше, что попали с вами, поэтому и тогда атмосфера станет очень хорошей и все существа, которые это слышат, они будут получать благо. Ну хорошо, у меня диск. Там сколько часов? 10 часов. 10 часов записан Гурудев и вот как, постоянно каждый день. Она 24 часа сутки. Разные джапы? Постоянно. 8 нет, разных. Нет, только Харе Кришна. Ну, Гурудев поет. Ну, он на повторении стоит. Да, да, на повторении. Ну, то есть по несколько часов был. Махамага Прабху said that he is following this rule. In his altar room there is a CD that is playing all the day, all the night. Махарадж, может ли повторение выкатывающихся 4 круга постепенно привести меня к тому, ну, побудить к тому, чтобы я каждый день воспевал? Is it possible to reach chanting 64 rounds every day by chanting for 60 rounds only on Ekadasi? So he is during his regular time he's chanting less, but in the Kadashi he chants 64 rounds. So is it possible? Can it lead to chanting 64 rounds a day? Yes. If he cannot chant 64, whether he's chanting even one round, no problem. Before he goes to sleep, he should pray to Krishna that make me chant Hare Krishna before I die. Then this prayer will help him chant more rounds. This will help better than chanting 64 rounds in the Kadashi. No, he must, if he can chant 64 on Ekadashi, very nice. Mm-hmm. Ekadashi is the day of Krishna. If he chants one round on Ekadashi day, it is like 1,000 rounds on other days. 1,000 rounds. Ну, в общем, опять про молитву перед сном. О, Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы я во время смерти воспевал Кришну. Это приведет к тому, чтобы воспевать 64 круга каждый день. Но воспевание в Экадаши тоже очень хорошо. Один круг в Экадаши приравнивается к 1000 кругов в обычный день. So, надо продолжать, но как бы... One round in Vrindavan is like 1,000 rounds in Moscow. Один круг в Вриндаване равен 1000 кругов в Москве. The place and the day have importance. Место и время имеют значение. But
in Kali Yuga, the quickest way to go back home, back to God, is to chant one lakh, if possible. Kali Yuga, самый быстрый способ вернуться к Богу, это воспевать лак. Some devotees are chanting maybe in 2 hours and 45 minutes, one lakh, that very fast. 2 hours and 45 minutes. Некоторые преданные за 2 часа 45 минут воспевают один лак, очень быстро. But Parivrajak Maharaj, it takes 3.5 hours. Parivrajak Maharaj занимает 3.5 часа. Too much practice. Просто очень много практики. So, Premananda Prabhu 4 hours. Premananda Prabhu 4 часа. Махараш, у меня в последнее время начинается скорость увеличивается, и у меня наоборот появляется страх за то, что как бы я, ну как, неправильно успеваю. Хорошо. Махараш Прабху feels that recently, last time, his speed is increasing. Сейчас, если мы это вообще из-за этого, да. 12 час. Не ложись. Махараш, посмотри на него. Махараш пришел в гости. Ты мороженое переливаешь, просто одно и то же спрашиваешь. Ману Прабу. Ну, агрессия это зачем? Будьте бы добры. Выйдешь, что качество опустится, да? Да. Кирожай, да, рекуально его депрессия. На самом деле, может, завтра продолжить. If he chants by the tongue, year by the year, then he should not be affected. Из-за нас, но из-за нас нет. Quality means hearing attentively. He has not to be affected. No, he should just hear by the ears whatever he's chanting. В общем, не надо переживать из-за снижения качества, нужно просто слушать то, что мы воспеваем, тогда качество придет. If he simply chants Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, then ear by the ear, this is quality. Если мы воспеваем и слушаем ухом, ушами, то это и есть качество. And suppose he misses one Hare or one Krishna. Допустим, мы пропустили одно Hare или одну Кришну. Still, he has chanted 14 names out of 16. То есть мы воспели 14 имен из 16. So benefit is not lost. Благо не потеряно из-за этого. Because even one Krishna name can destroy as many sins he cannot commit in many, many lifetimes. Потому что одно имя Кришны может уничтожить миллионы грехов, накопленных за миллионы. One Govinda name. Одно имя Говинда. Is like giving billions of cows in charity, more than billions of cows. Приравнивается с отданию, с пожертвованию более миллиона коров. So even if you chant just Hare Krishna. Если вы успеваете просто Hare Krishna. Then one Hare Krishna is like one Krishna name is like 3 names of Ram. Одно имя Кришны равно 3 именам Рама. And one name of Ram is equal to 1000 names of Vishnu. Одно имя Рама равно 1000 имен Вишну. So if he chants Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, finish. No Hare Hare. Still so much benefit is coming. Поэтому если мы заканчиваем на Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, то все, ты закончили на этом. Все равно такое благо получается. So go koti dani grani khadasa prayaga gangodaka kalpa vasa yajna yutam ni sura dani govinda kirtan samam sadamshi. So all the charity, all the sacrifices, whatever benefit will not come, it will come by one Krishna nam. Сказано, что пожертвование, жертвоприношение, от этого не будет такого блага, как от святого имени, только от святого имени.